Что ты забыл? Надо покороче сделать. Чат, а вы вообще хотите посмотреть на нас? Или вам так нормально за кадром? Зачем? Так, они не поймут, что я просто в Дискорде. Если кто тебя обидел, ты не дуйся, не сердись. Подойди, по роже тресни, отойди и улыбнись. Ого, осуждаем, кстати. Только не включайте. Окей, ладно, не будем. Итак, сегодня у нас будет подкаст. Без Дина, ну сделай камеры. Хоть 10 тысяч за сообщение, не у всех же такие деньги есть. В лучших традициях радио. На сегодня радиострим. Да, Ваня приехал из Печоры именно за этим. Сэдж, Сэдж, в чат, пожалуйста. Очень хотелось на радио. Посидеть, а хочешь принесу тебе радио, ты сядешь на него? Радио? Здесь радио? Прикольно. Если честно, нет. Я думал, ты откажешься. Я бы съел. Если мне говорят... Кто-либо и хочешь сесть, тут без вариантов, я сразу говорю «да». Чат, напишите «пыска» в чат, если вы хотите нас увидеть. Пыска, 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 пыска. Пыска. Так, кстати, там были твои последователи, которые в выделениях писали «пыска, пыска, 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 пыска». Ваня, а сколько у тебя баллов моего канала? Да уже нисколько. Сообщения потрясли, я не знаю. А на чем канале у тебя больше всего баллов? Да? На чьем канале у тебя больше всего баллов было или есть? Я понять не имею. Пыска. Подождите. Блин, это же я неправильно. Чат. И, короче, как делать? Если вам девушка задает какой-либо вопрос, знайте, что всегда есть один только правильный ответ. Вот сейчас я его просрал. Один правильный ответ был на твоем Дина, конечно. Подожди, а если я спрошу, у кого большая жопа? То же самое. Ну тут... вот тут так, уже... так, так, так. Так, так, так. Тут с подвохом, ребят, это могут вас расценивать как, типа, это что значит, я жирная, там, а, ну, потом придется оправдываться, потом говорить, что ты не то имел в виду, потом окажется, что ты вообще, ну, зайдет куда, что вы тебе ребонькаете на эту задницу, так что лучше не отвечайте на такие вопросы, и просто их тот же. Ой, например, фразой, что, вот, Дина сейчас как раз ты меня спросила, я скажу, сколько у меня баллов твоего канала. Да, давай, давай, давай. Чат, а у вас на каком тут должна быть реклама ваших ставок, казино, рулеток, но нет, просто привет стримерам грустного мальчика. Привет стримерам грустного мальчика? Что это значит? Почему реклама ставок? Что? Что происходит? Я ничего не поняла. Я не знаю, грустного мальчика. Никсонаули, кажется, вы зря потратили 15 тысяч перышек. А почему мы в телеке? Типа, а что тобой... это, по-твоему? Мы в телевизоре. Мы старые такие. В смысле, это медиа, понимаешь? Всем хорошего стрима. Три. Спасибо, да, ну, позитив. Да, ладно, 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 возвращаемся. Смотри, хоба! Переехали в 21 век, Ваня! Чат, всем здорово. Погодите, я... Где? Боже, Ваня, ты даже не знаешь, как открыть стрим на Твиче? Я на телефоне не заходил просто. Ну, нажми на коробку, дурачок. Хорошо вам провести стрим. Тебе 10 тысяч баллов канал. И ночь, видимо, тоже. А, все, у меня 10 тысяч баллов сейчас. Инсайдер приезжает в Питер не к Дине, а поесть курочки. Множитель 1 и 2. Все слил, получается. Да, все слил. Не, последний раз точно помню, за 33 тысячи сообщения купил. Угу. Отличное вложение, кстати, да. Да. Ваня, кстати, инвестор. Проигнорил его абсолютно полностью, но не. А что ты там писал? Потом Among Us играл, по-моему. А, ну так я была занята, ну, горением, скорее всего. Почему не на шаре? Потому что неудобно. С шаром у нас будет разная высота. Шар рядом, если что. Да. Да. Джози, привет. Голосовые игры, всем пока. Ну пока. Привет и пока. Вы на двух шарах сидите? Ну я на двух шарах точно сижу. Дина Инсайдер, хорошо вам провести стрим. И ночь, видимо, тоже. Ревнует, кажется. Кажется, да. Ну ночь мы, кстати, тоже вместе проведем. Ну, это правда. Сегодня мы проводим. А, кстати, еще и с Димой Эликсом, да? Да. У нас сегодня точно... И с Финарготом. У нас сегодня насыщенная ночь. Блин, чат, так что выбирайте направление шиперства, так сказать. Прям целые развилки. Ну, я предлагаю вам шиперить этот инсайдер с лицом. Это канон. А, так, мы с вами... Ну, вспомни ту новеллу. Да. А это... Вам нормально нас слышно? Как я... Может, поближе к рту? Я делал так... С лицом. Микрофон. Да, из колонки идет. А, подожди, давай я выключу. Слушай, это уже точно не зато. Во, норм, норм, норм стал. Ты там сидят, явно не против. Продолжай.
делать, Дина? Удачного стрима, Диночка. Стогма! 4 месяца с нами, 4 месяца с нами, Стогма. Большое спасибо. Пиши, что на моей камере ты лучше будешь, чем всегда. Чем на любой другой, Дина. На твоей камере я... На твоей камере все лучше будут, чем на любой другой камере. Та-дам. Только один правильный ответ. Чат откроет. А, Ваня опять. Чат, всем привет. В общем, да, Ваня приехал из Печоры. Специально, чтобы прийти к нам на радио. Yes. А потом вечером поиграть в покер, так сказать, провести yes. ночь. Да. Ой, Ваня. Он смотрит сфоткал на юбилейке на 5 человек в Печоре. Юбилейка — это ваша главная улица? Юбилейная, видимо? Нет, это площадь юбилейная. Почти угадал. Ну, в случае в Печоре площадь — это как... Это как комната, это да? Как, да. То есть мы сейчас на площади с тобой. Сейчас. Именно так. Не юбилейно. Ленина. Давай, Даже Ваня, улыбайся. Ваня, ты же видишь, что камера сейчас не фронтальная? Естественно, я вижу, Дина, ну серьезно? Так тебе подыгрывать или где? Ой, а почему у нас только одно лицо в манге? Блин, а есть на два лица что-нибудь? А кто это у нас в гостях? Ваня, почему у тебя лицо как смайлик Дэд двоеточие? Тебя что, сдержит насильно? Моргни, если не, это так. Нет, точно не так, оно же это. Не, как оно? В общем, Ваня в гостях, приходите на стрим. Ожидаем. Прямо в рот смотри. Попало. На две истории. На две истории. На две истории. Чат, а почему вы ставите Дэд двоеточие, а не каноническое на моем канале Диноблин Д? Специально созданное. KW. Блин, это какой год был? Это 2019 был, когда у меня еще тут был ремонт. Ты тогда ко мне приезжал. Блин, не помнишь? Надо так начинать. Это какой год? Это какой год был? Ваня, как давно мы с тобой знакомы? Вообще-то не так и давно. Ну да, в том-то и дело, куда тебя понесло. Какой год был? Какой год, Ванечка? Инсайдер? Не. Седр ворвался в дом. Мы с Фликсом вместе. Как всегда, ребят. Вань, знаешь, я тебя рада видеть. Взаимно. У меня? Да не у меня. Да у меня тоже, вон, третий подбородок. Какая-то маска с губами. Серьезно? Да. Блин. Сейчас я продолжу мысль про то, что я тебя рада видеть. Видишь, точка, пойди на плечо. Попались? А нужно ниже плеча. Почему ниже плеча? Это так работает. Если ниже плеча, тогда они проиграли. Понимаешь? Я не мема. Смотрел тебя в лицо, знатно ты там горел. Не знаю, цветокор такой. Я вообще бледный, так что мне точно. А давай камера я как будто бы я здоровый человек. Нет, в принципе, здоровый, но... Просто бледный. Горел у Алекса, так там камик пришел, господи. Начал свои тирады затирать. О чем? Сексуально-отношенческие всякие. Камик, да, могил. Все полетело. Так вот, Ваня, я правда тебя рада видеть. Так, знаешь, я правда взаимно. Знаешь, у нас с тобой периодически бывают разногласия. Не. Когда мы находимся в компании, ты вот начинаешь вот это все свое затирать, и меня это жутко взбешивает, и я в ответ, и ты в ответ, и вот это вот все происходит, вот это вот. Но у меня такого нет. Но это, да, да, но это не меняет того, что я к тебе замечательно, Ваня, отношусь. И да, с удовольствием с тобой... Как-то звучит, как будто бы сейчас драка какая-то начнется. Как будто бы сейчас, типа, просто месиво какое-то. Помнишь ребенка? Ой, прости, пожалуйста. А что он твердый оказался? Ребята, это... Не говори, что он твердый. Абсолютно мягкий божий коров. Ване было не больно. Сейчас прозвучало, не говори, что он твердый. Или только не говори, что он твердый. Ну, хуй когда-то он может быть. Не больно было? Ваня пишет, что вот такие милые. Ваня, привет! Ваня, привет! Привет, Ваня.
Ваня, смотри, какой. Это ребенок инсайдера с его прошлого приезда. Он мне его подарил. Он мне подарил ребенка, получается. Получается, да. Так вот, да, у нас бывают разногласия, но это не меняет того, что я к Ване лично очень хорошо отношусь. А что ты начала? Не, просто решила рассказать. Ага. Рассказать, что у нас бывают контры с тобой? Ну да, я думаю, вы все знают это. О, вы не представляете. Только не рассказывай, как я тебе голосовые матом записывала. Блин, ну а можно тогда, да, раз ты начала об этом говорить, или не надо? Ну, что именно там было, не рассказывай. Ну так, образно, типа. Ну просто, ну смешно же. Это не шутка была. Там, короче, я не помню после чего, короче, после какого-то стрима. Неважно, да. Не суть, да. Не будем вспоминать какого. Дина мне голосовые пишет. А ты же вообще голосовые-то не любишь, по-моему, да? Я терпеть не могу голосовые, да. Я такой, тебя всегда ругаю, когда ты меня голосовые. Я включаю, а там просто на меня орёт прям так громко. Я никогда не слышал, чтобы она так орала. И мне как бы, ну, честно, я ржал. Нет, ну... Ах, ты еще и ржал? Да, ты охренел? Я тебя на полном серьезе, а ты сидел там ржал. Да я понял, мне так смешно, она так орёт громко. И там матом меня крутит. Ну, я, ну... пыталась. Мне было тяжело понять, что ты от меня хочешь, потому что мне смешно прям было. Я потом, ну, пару раз переслушал, потом такой, ладно, понял. Ну, естественно, ребят, там я виноват. Ну, вы сами понимаете. Только один правильный ответ. Сегодня рубрика стрима, только один правильный ответ. Ваня, специалист по отношениям, пришел такой, только один правильный ответ. Ну, всегда... American Dream, ты чего такой забиячистый? Врешь ему еще разок. Мне кажется, или... Кто это? Кто там? Маленький чат. American Dream, вот. Вот, врешь ему еще разок. Ты встрял, American Dream! Ой, тут важный факт. Кровай скинул Крис свои интимки случайно. Как это? Как это случайно? Я думаю, не было такого. Привет всем! Привет, ребята, привет! 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 Блин, кровачик, говорят, тоже неплохо там поддал на день рождения. Это гудок слышал за окном? Сейчас смотрю. Гудок, пим! И Хантик обожаю. Ребят, если вы в Инстаграм на Хантика не подписаны, обязательно сделайте. Потому что Хантик, когда поддаст, у него начинается режим сторисов. И там вообще прям... Бухантик. Буханка. Там вообще чума начинается. Самому красивому, милому человеку хай, и Дине тоже привет. Неплохо, неплохо. Ваня, ты когда-нибудь скинул случайно свои интимки? Нет, намеренно никогда не скидывал. Подожди, а тот раз, когда ты мне писал? А какой следующий вопрос? А ты? Случайно? Да. Нет, ну, у меня было сообщение случайно не туда отправил, ВКонтакте. Ну и сразу стер. А что было в этом сообщении? А, я только сейчас понял, что я дебил. Это было в тот момент, когда это стиралось только с моей стороны. А что было в том сообщении? Ну там не это, не, просто сам факт, что... Да-да-да, все, я раздуплил. Там ничего такого не было, ну... Я просто сейчас понял, раньше же не было, ну удалите еще у этого. Не было, да-да-да. Я все это время жил с... Ну нормально. Ванечка. Я думаю, что этот человек больше мне не пишет? Ну, чтоб ты знал, даже сейчас, когда такая функция есть, все равно сначала сообщение у тебя вылезет на телефоне, и ты его уже увидишь. Да, если у тебя, ну, всплывашки есть, да. Они, а почти в принципе, у всех всегда есть, по умолчанию. Почти у всех есть всплывашки, ну, да. Тогда, да. Габала. Габала. А, да? Блин, у меня тоже было такое, что я случайно не туда сообщение отправляла. И что потом? Ну, ты потом просто написала, ой, не туда, да? А я вот не раздуплил, я просто удалил и... Ну, Бывало, что, да, ой, не туда, бывало прям вот... Не неловко бывали моменты. Блин, прикинь, голосовых это начала спамить мне. Вот эти. Такая, в свой телеграм-канал, Дина Блинчик такая. Блин, было вообще... Рейнбоу, привет! Сегодня без яиц. Рейнбоу, сегодня, да, без яиц. Спасибо большое, Рейнбоу. Ребятушки, вот Рейнбоу отправил донат. И... Чё ты? Ты переживаешь, что без яиц? Не буду трогать, потому что у тебя там лак, вот этот вот гели, все это. Глины, помады, вот это. Паста, да. Скажи, им не видно, что у меня практически слезы пошли. Да, он старается, у него глаза правда покраснели. Я актер, потому давай, что... Давай я помогу тебе сейчас. А нет, это не помогает. Да, это наоборот сбивает. Да? Конечно. Блин, больно все. Ничего не делаешь. А сделайте, пожалуйста, скрин и закиньте в предложку.
выложить пост, что мы с Ваней тут стримим. Фидель, привет. Ребята, всем привет, кто к нам присоединяется. Посмотри сторис Вани. Ваня, а что он наделал? Какие они, Вадя? Так, Диме Ликсу не показывает. Не показывает. А при чем тут не показывает Диме Ликсу? Ну, он меня приревнует. А, да, справедливо. Ой, смотри, ты тут правда милый сидишь такой, улыбаешься. Прическа говно. Сори, ребят, я нет времени подстричься вообще. Да что ты все смотришь на твою прическу? Да никто туда не смотрит вообще. Укладочку сделал как мог, но этот... Простите, я не суперстайк. И очки, видите, постоянные, надо покороче сделать. Не знаю, нужен мастер рукастый. Очки покороче. Очки покороче. Слова попрестижнее. Я не знаю, какой текст, но мотив какой-то такой. Подожди, не позже. Слова попрестижнее. Да хватит там бибикать, в очко себе посигналь! Сейчас в чате сама себе в очко посигналь. Прикинь. Он просто так искал тебя все это время, лично ездил. Прикинь. Да, был неплохо. Ну, что, плюс приезд. Так вот, Ваня, я хотела сказать по поводу донатов. В общем, ребята, вы уже наверняка слышали у Димы Ликса на стриме, и у Ромы Макрисского на стриме. Наш товарищ, стример Фарук Астрофемус, сейчас находится в тяжелой ситуации. У него саркома, нужна будет дорогостоящая операция. И мы хотим ему помочь, и поэтому будем помогать собрать сумму на эту операцию. Сумма там огромная, это 5 миллионов. И мы потихонечку, собственно, поможем... Рублей. Рублей, да-да-да. Но для кого-то, на самом деле, 5 миллионов рублей не огромно. Ну, для большинства, да. Ой, это огромно. Ну, нет. Не, ну для единиц. Мне просто, чтобы понимали, операция за рубежом, и там же она не в рублях. То есть, если перевести на ту валюту, это, ну, это дорогостоящее, но не такая, как тоже бывает, и гораздо дороже, конечно. Это правда. Это то правда. Есть, ну, благодаря вам всем, это... Спасибо и вам тоже. Интересно, вам слышно сигналку или нет? А давай гейм побольше сделаем. Короче, благодаря вам всем 5 миллионов вполне реально, ну, собрать вот сообща. Думаю, если многие подключатся, слышали. В общем, донаты, которые сегодня будут падать, я их сама перешлю, а потом мы просто все одну ссылку поставим и на одну ссылку сразу будем в одну корзину собирать, чтобы это все несколько комиссий не проходило. Вот так вот сделаем. Вот, так что спасибо всем, кто поддерживает. Восклицательный знак Астра. Собственно, даст ссылочку, где описана его ситуация на его сайт. Вот. Такие вещи. Ну что, прорвемся. Эта штука отвратительная, но вместе победим. Так, шатан машина, привет. Вот. Что, а я и гляну, кто там будет. Ну что? Дина, подъедет Ляша. Правда. О, кстати! Инсайдер. У меня тут потеет. Вонючих. Да, не покупайте, не покупайте худи вот с такими странными вкладками. Вот под ними потеет почему-то. Не пропускает воздух. Ваня, я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Что? Сесть на шар? Да, я попрыгаю на него. Пересядь, убери стул. Ну так не встать надо. Стул, что ли, не можешь? У тебя тоже какой-то. Да. Так, надо сейчас... Только не скатись! Чтобы ты копилку мою не увидела, если что. Вот так вот обычно смотрим, да? Ну как, вам удобно? Ну слушай, нет. Прикинь, я так вот каждый день. Типа... Я пытаюсь понять, как это, чтобы было удобно. Не, ну в принципе... Да, то есть мышцы вот здесь. Вот мышцы в тонусе будут, но не знаю, насколько это полезно в твоем случае. Сколько ты часов так сидишь? Сколько? В любом случае так сидеть на стуле хуже, чем отдыхать. Ну, вообще-то им отдыхать надо тоже. Вот какая разница. А ты прикинь, ты несколько часов, у тебя все в статике, в такой в лютой. Вот именно, что оно не в статике, понимаешь? Оно все время немножечко смешается, чтобы ловить баланс. Это ты так думаешь. Нет, не я так когда думаю, ты сидишь в Among Us, наверное, ты так, ну,
Наверное, ему лучше твой стрим показать, чтобы он посмотрел. Да он просто знает, чем я снимаюсь. Да? Да. Кто это в чате? Кто-то в чате, да, походу? Зритель твой. Чат, прислоните, кто является моим мануальным. Кто хрустел у Дины всем? Не, короче, ну, непривычно. Дудик, привет. Ну, единственное, что если бы я, наверное, так долго сидел, ну, у меня бы точно лоб, наверное, я не знаю тебе. Все, спасибо. Или хочешь, я буду тебя пытать, ты продолжишь? Я, пожалуй, обойдусь. Вот, на нем у меня жопа вспотела. Обошелся. Ой, трубочка в помадке. Он тебе же падает. Так окошко открыто. Ты просто как горячий. Просто горячий. Да снимай, пожалуйста. Давай, я закрою. Инсайдер стояк? Я закрою. Не, ребят, у меня просто большой член. У меня не стоит. Это правда? Да. Но опять же, это если судить по словам других людей. Других людей? Я мог, конечно, вам перечислить самые интересные... Ай-ю! Фокус-группа была? Дина сегодня решила это себя испытать. Привет. Про мизинец можешь рассказать. Блин, я выходила, когда сегодня из ванной комнаты... Не, я заходила, наоборот, в ванную комнату, и я так... Я была босиком, я так ударилась об дверь мизинца правой ноги. У меня до сих пор болит. Я волнуюсь, что я сломала мизинец. Я так орала. Ну, если он тебя не опустит. Да? Может, он еще не успел. Да ты бы это поняла. Ой. Ланмик, спасибо большое. И Канни Вест. А сделай погромче, нам плохо слышно. Сделай колоночку погромче, у нас колонки сейчас. Лунмикс и Канни Вест. Спасибо большое, же. Ребята. Все донаты, что сейчас собираем, мы отправим Астре потом. Канни Вест хвастается, что ему в субботу приедет 370. Блин, кстати, чуваки, если вот вы хотите так играть в игры, вот реально, вот спасибо Джейсон. Джейсон, спасибо огромное. А у меня зачитывается? Должно зачитываться. Джейсон транспортер. Все, я включила, теперь зачитывается, все в порядке. Спасибо огромное. Спасибо Джейсон. За 1000. Пожелаю вам хорошего дня, да, и здоровья, да, и Рейнбоу. Как с балансом, могу ли встать на шар? Нет, не надо проверять. Не-не-не, ребята. Нет, можно проверить, но выйду сначала, а потом проверять, чтобы меня не задело. Что за спам же, жопа? Yes, да, что вы спамите? Это один человек спамит. Да, один человек. One chill spam. И, внезапно этот же человек автор клипа с одним просмотром. Совсем не хочет набрать просмотров на своем клипе, хочет. Показалось. А что, Саня, а что с мной? А, гейн вам мешает? Давайте пониже. Я, наоборот, добавлю. Сделаю пониже гейн. Ты хотел сказать, пожалуйста, Ваня? Я хотел сказать, какой 300 IQ? Иван, разве не 1000 IQ? Не знаю, сколько. Мне недавно сказали, что на Ютубе, оказывается, когда этот какой-то стрим проходит, начинаются какие-то нарезки. Типа 300, я поиграл в ЛНК, 300 IQ, там, инсайдер, и думаю, ой, прекратите. Ой, Вань, тебя просто очень любят. Да, и, кстати... Они тебя льстят. Я настолько в этой не в теме, оказывается, да. Да. Спасибо. Давайте проведем опрос, кто любит инсайдера? Да нет, будет буквально все плюсы. Извините. А, ну да. Вот, видишь, минусы. Вижу, ставят, да, люди. Кто-то поставил 4 минуса. Да. Аж 4. За себя и за Сашку. О, American Dream. Спасибо тебе большое. Лада Приора? Природа просто Приора. Да, да. Господи, у меня так плохо ТикТок. Почему? Все, что я делаю в ТикТоке, я блокирую пользователей. Из-за того, что они пишут чушь? По большей части, нет. Контент. Там нет, больше не показывать тебе его. Приходится, вот ты смотришь ТикТок, по большей части это говнище, мягко говоря. Так. И самое интересное, я в надежде, не знаю почему, но я уже понимаю, что это говно. Сразу, в первую секунду. Но я жду полностью, пока он пройдет, думаю, вдруг... И тебе потом рекомендуют другие видео этого чувака, потому что ты полностью посмотрел. Нет, ну я понимаю, я убеждаюсь, хотя сразу знаю, что это говно, и убеждаюсь, что это говно, мне приходится переходить в его пользователь, потом делать заблокировать, и все. И я вот все, что делаю в ТикТоке, практически вот это, там очень мало, ну, чего-то нормального.
Это жесть. А ты продолжаешь сейчас активно снимать? Удали ТикТок, там все говнище. Нет. У меня нет. Да, Вань там старается. Это. Да нет, там есть крутые авторы на самом деле. Там, у тебя подписано? Наверное. Там. Не, там есть чуваки, которые такие переходы лютые делают. Потом есть какие-то фотографы там. Подпишитесь тоже есть. К Ване на ТикТок. Знаменитости, да не. Ин 5 и дер. Нет, лучше говорить ин 5 идер. Ну, чтобы понятно было, как писать. Они могут это по-английски. Ну, то есть вместо S пятерка. То есть 5 это как S инсайдер. Знаете, как есть Deadmau5 исполнитель. У него тоже вместо 5. Вместо S 5. Ну, вы поняли. Я с ним не знакома, если что. Почему? Ты же подписана. Привет, какао. Привет, какао. Привет, Дамстрок. Ребят, располагайтесь. Ванечка в гостях. Приехал прямиком из Печоры. Не сказал, из Чепёры. Нет, из Москвы. Я из Печоры в Москву, из Москвы в Питер. Завтра надо в Москву. А у вас там в юге, наверное, вот это все уже, да? Звенит Ярварская. 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 У нас снег. День рождения в Ярваре. У нас там уже все, снег вовсю. А почему ты не хочешь устроить сходку на юбилейной площади? Нет. Слушай, Вань, а вот гипотетически. Угу. Если бы кто-то... Согласен, да. Сразу, да. Предложил накакать тебе на лоб. Да. На самом деле я не это хотел сказать. Если бы кто-то из твоих зрителей, слэш-зрительниц, очень сильно захотела бы встретиться с тобой в кафе... кафе, как оно может называться? Беладжо, например. Кафе. В кафе под названием кафе. Так. Очень сильно захотела бы. Ты бы пошел? Давай, встретим, Ваня, так хочу с тобой пообщаться лично, посидим. Просто мне, ну, написал в ВК, да, ну, пойдем, посидим. Да, в кафе. Конечно, я пошел. А потом склейка, я сижу завязанный в каком-то погребе, у меня красный шарик во рту. Подожди, это кадры из прошлого твоего приезда ко мне. Да, да, вот так вот бывает, ребят. Вы думаете, пойдете играть в покер? Нет. Ой, блин, в прошлый раз у нас очень веселый покер. Да, кстати. Ой, я вам рассказал, ребят, да нельзя. Нельзя. Попробуй. Ну, сегодня, может, тоже будет что интересно. Посмотрим. Ну, я потом еще раз ходила, но там как-то было не так. Наверное, потому что тебя не было, Ваня. Наверное. Ну, со мной как-то, мне кажется, ты более... безопасности, наверное, себя, что ли, чувствуешь, что можно это раздолье устроить, так сказать. Если что, есть кому подстраховать. Ну, мне бы сегодня лучше особо раздолье. Я просто убежал, ребята. Мне сегодня лучше раздолье особо не устраивать. Стрим по Little Hope. Что, у тебя разве тогда не было стрима? Был! Да. Little Hope это... Здоровья ему, да, вам да. Привет. Чокнутый мститель. Блин, вот это нет, конечно. Здравствуй и спасибо тебе большое за поддержку. Спасибо большое. Блин, ребят, это уже не модно, понимаете? Это уже не модно. И я, и Дима вам по 100 раз говорили, что мы товарищи, коллеги, друзья. Все. О, Смертуха. Смертуха, это, кстати, самый зритель, который был у нас в гостях на подкасте из Инстаграма. Спасибо большое, Смертуха, который Илья. Смертуха как вертуха? Спасибо за 500 рублей. Ну, получается, да, Смертуха как вертуха. Это как смерть, но смертуха. Это вертуха, которая с летальным исходом. Смерть уха. Когда ухо умерло. Нет. Это ухо Ван Гога. Дина. Проверь, у тебя крышка банки не прожевела за резинкой, куда трубочку вставлять. Обычно там ржавеет крышка сильно. Не прожерло? Смотри, нет. Прожерло? Не ожидал! Так, ребят, так и запишем. Первые признаки развивающейся шизофрении вошли. Пошли уже все. Among Us. Спасибо, Нордюк, и спасибо, Канни Вест. Ребята, вы огромные молодцы. И все, что мы сегодня получим в качестве ваших донатов, все отправим к Астре, а потом общую ссылку просто поставим. Вот.
Ты испугался? Нет, не страшно, но я отошел. Ну, отошел? Ну, это было близко просто к лицу, поэтому я такой, что? Я не понял. То есть все, что близко к лицу, пугает, да? Нет, когда яйца у Димы Ликса перед лицом, это я люблю. Это не пугает. Это вот так вот. Сказал яйца у Димы Ликса или яйца Димы? Яйца у Димы Ликса. Ну, это и так, и так же можно сказать. Просто... О, смотри, это новая анимация, мне первый раз. Мне нравится сообщение. Спасибо большое за 5000, диджей Андрей. А подожди, что это нет за сообщение? Нет лучше, а, чем очко товарища. Что это за сообщение, диджей Андрей? Спасибо за 5к. Ну, согласен. Интересно, диджей Андрей, надеюсь, не из мест столь отдаленных смотрит. Звенит печерская вьюга. О, инсайдер, привет. Это здорово. Я. Мы так и не сходили в кафце. Дина, забери меня в Питер. Жилье я найду, только забери. Чатик, щиты за Астрафия Муса. Спасибо большое, Юля. Это моя зрительница с Дальнего Востока. Я, спасибо за 200. Я пытаюсь них понять, что это читать. Давай, попробуй. Пух Юлиус Цезарь? Да. Я просто думал, что пух, может, это... Да нет! Типа, ну, а потом понял, что его как надо. Мало ли. Если что, диджей Андрей там в 5000-м... Умимафию сострой. Ох, ностальгия. Да, спасибо, да, да, спасибо, Нардюк. И Рейнбоу еще. А у нас донат был. Никакого нет? Не-а. Ну просто все, что... Я понял. Кто смотрел «Королевский гамбит»? Щиты. Спасибо вам большое, ребята. И диджей Андрей, у которого очень странное сообщение написал, но все-таки сильно поддержал. Спасибо, да. «Королевский гамбит» я не смотрела, но Алсор писал, что он смотрит, и прикольно. Но я сама не смотрела. Сериал? Угу. Я жду... Новый какой-то. Охотник за мразями. За мразями? Охотник за мразями. Да. Блин, хотел сейчас пошутить. Блин, я мысли забыла. Вот очко товарища сбило меня. А, ладно, это про Милстрой. Извини. А, мы остановились на яйцах. Было больно, когда остановились на яйцах. Лежишь такой на асфальте, загораешь, и кто-то остановился. Блин, Вань, ты вот иногда такой милаш прям. А иногда ты так меня бесишь. Да. Я стараюсь для этого делать. Там Лунмикс, кстати, подписку подарил еще Буказаврик. Спасибо большое тебе, Лунмикс. Спасибо большое. Спасибо. Да. Так вот, У или Алан Зак. Давай, проехали яйца. Нет, если ты хочешь поговорить про яйца, Дима, нет, ты все, сама можешь, нет, конечно. Я эту тему уже закрыла. Нет, все. Давно я... ли ты закрыл? Чмыр, когда в кафе пойдем? Да. Авиасерис, привет. А, подожди, Авиасерис, а ты... 93 килограмма. Из Печоры? Это же твой модератор. Кто? Авиасерис. А, Иви, да. Спасибо большое. Спасибо. Когда в кафе пойдем? Да я не знаю, когда. А, Иви, ты же с Москвы вроде, да? Не знаю, еще вообще ничего не успеваю. Вот я сегодня поел только вот к Дине, как приехал, первый раз пожрал. О, я, кстати, если хотите... По встречам мотаюсь, ты сюда. Смотри, сейчас будет ультрабайт. Да. Если хотите увидеть фотографию... поедающего KFC инсайдера, вы можете это сделать в телеграм-канале Дина Блинчик. Харя такая, что спалили меня. А ты подписан на мою телегу? Конечно. Один, только один правильный ответ, ребят. Главное, чтобы вас не проверили ни в коем случае. Чтобы это не произошло, вы просто начинаете о чем-нибудь другом говорить. И ни в коем случае не говорите. Главное, чтобы проверили. Если бы я это не сказал, она бы не проверила. Я захожу к себе в телеграм-канал Дина Блинчик. Так. Где-то поиск нажимаю. А, все происходит одновременно. Фаруку, скорейшего выздоровления. Спасибо большое, Дина Блинчик. А там Буказаврик в ответ, кстати, подарил сразу сапку и зелот. Спасибо большое, Буказаврик. Так, сейчас, секунду, у меня важное расследование. Где тут поиск? Вы понимали, поиск прямо вот по центру стоит, вот так. Ты нет, это поиск пользователей? Да. Ну вот, наверное, вот. А, подписчики смотрим. Значит, ищем ин. А я в телеге как? Я тебя проверил, ты также подписан. Так, через пятерку? Ин 5, да. Да нет, наверное, не через 5. Вот смотри. Так. Мне доказывают, что через 5, когда действительно знаешь, что через 5. Ты не фобу! Ты не подписан на мою телегу. Дина, привет.
Хотел спросить, откроешь ли ты записи смов не только для сабов? И еще вопрос, будет ли у Старис Уинсти про игру в покер? Ну, Шамиль, я думаю, какую общую сториз про игру я выложу, но без подробностей. А по поводу записи, сейчас у меня находится в процессе обмозгования. Возможно, в итоге остановлюсь на том, что открою. Здоровья острее всем вообще. Берегите себя. Да, спасибо огромное, Нардюк. Вот мы... О, подожди, же Андрей еще. Ваня, это не ты отправляешь эти донаты? Нет. Джей-Андрей, спасибо за 10 тысяч рублей, спасибо. Спасибо огромное, Джей-Андрей. Познакомимся. Хотя нет. Ваня, хочешь познакомиться? Давай, Ваня, оставляю. Джей-Андрей, тебе. Почему бы нет? Спасибо огромное, Джей-Андрей, за поддержку. Ребят, очень приятно. Мы все это дело передадим Астре. Может, ты знаешь? Да? Джей-Андрей, мы знакомы? Может, все это? Спасибо большое, Александр. Просто а ты боитесь его, чтобы он занонился? Он уже... Серьезно? Я Стрея, кстати, часто пока работаю на фоне смотрю. У Стрея там, да, ну... А я думал, ты меня смотришь чисто на фоне. Гачи-гачи, бедный Стрея, он... Ну... Нет, ну ночью уже я чаще работаю. Ты же не стримишь в это время? Да. И там... Блин, я не знаю, как он с ума не сошел еще серьезно. Просто... А, они ему гачи ставят? Все, да, все в гачи-переделки, это постоянно... Нет, там есть, ну, клевые там треки, но в основном эфир прямо вот все вот этот... Ну... Может, он, конечно, с вами так тонко, типа, их байтит, гачи-гачи, чтобы, ну, они дальше его гачи гасили. Но по лицу иногда уже видно, что он, блин. Что за трек в донате, а там модераторы скидывают. На большие суммы это жилет. Кем работает инсайдер? Кем работает? Ну, он же сказал, он работает по ночам. Кто работает по ночам? Правильно, стриптизеры. Вывод, Ваня стриптизер. Вот и все видите, ребят. Ваня. Нельзя, я не буду сейчас это делать. Я не вижу в трусах, тем более денег. Начнем с этого. Будь приват. Деньги. А можно? А вот у меня сережка есть, можно? Берегите свою информацию в интернете. Сегодня у меня увели аккаунт в Стиме на $1. Думайте перед тем, как что-то качаете. А микрочелику, конечно, здоровье. Это странно, когда говорят микрочелик, это как-то... Ну, не знаю. Но я думаю, это что с благими... Звучит. Нет, он, ну, с благими, я наверное. Я думаю, да, без негатива, да. Котов, ну вообще, да, во-первых... Берегите, не переходите и не верьте розыгрышам вот этим. Вообще по ссылкам ничего. Антивирус. Первое, что вы должны сделать, антивирус установить бесплатно. Вот это чтобы... Блин, то, что мы с тобой понимаем. Ты в курсе, да? Понимаю, да? И сейчас там несколько в чате... Я стою немножко дальше. Чат, напишите, кто понял, что Дина изобразила. Тест на возраст. Сейчас такой этот. Давайте посчитаем, сколько нам донатов. Я достаю счеты деревянные, начинаю считать, сколько у нас это. Хорошо. Каспер, все. О, старики вошли. Чего они все молодые вообще-то? Диджей Андрей, спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Вы осуществляете существенный вклад. А я все еще жду. Диджей Андрей. А, еще десятки. Да. Блин, спасибо большое, Диджей Андрей. Да, слышишь, Стрея, я немножко доначу. А как подписываться? Так же подписываться? Я просто... А, ну я, в принципе, это особо не смотрю, но у меня на фоне бывает, я что-то там работаю, загляну. Может, я, кстати, видел, не помню. Ну, наверняка, если он пишет немножко донатит, то значит, не немножко. Наверное, типа кокетничает. Может, кстати, и виновен в гаче трека. Не знаю. А может, он даже и не заказывает. Хотя, если диджей Андрей, наверное, можно заказывает. Диджей? А, поэтому все, поэтому я поняла. Диджей, да. Сначала потому, что человек, правда, диджеем работает. Диджей Андрей, диджей дурка. Музыка надо так без АП, вообще-то... Кстати, а вот что сейчас? Вот как у Стрея это дела, интересно, будет? Там же заказы-то... все клипы такие, ну, прям популярные, либо старые треки, то есть... Заказы, лейблы серьезные. Нет. Получается, что, Стрей теперь он легачи треки будет слушать? Микро тише? Так, я думал, у нас наоборот плохо слышно. А что насчет каверов? Это все под вопросом. Как вообще теперь будут дальше функционировать музыкальные стримеры? По идее, об этом же уже давно Твич сообщал, что они не могут использовать... Они могут осуществлять исполнение только своей авторской музыки. Они не могут без разрешения, без лицензии использовать уже существующие треки, защищенные АП. Исполнять их. Материалы и прочее. Блин, ну жестко.
Треки на фоне это... Это я открыла сегодня, когда Камик рассказывал мотивационные речи, я открыла Шайа Лабафа, который... Just do it! Lo-Fi Hip Hop Radio. Да, Lo-Fi Hip Hop Radio. На Ютубе или в Spotify. Привет, Дина Инсайдер с Казахстана. Точка. Хотел бы послушать ваши мысли насчет ковида. На СМИ у Ликса было интересно слушать Дину. Точка, но не хватало инсайдера. Точка, и, конечно же, здоровья всем. Точка, берегите себя и близких. А какие мысли конкретно насчет ковида? Ковид существует. Пиксель. А где алерт? Там? Диджей Андрей, ваш новый донат не пролезает почему-то. Да, отправьте еще один такой же, что-то работает. Блин, короче, сейчас, чтобы понимали, Диджей Андрей задонатил 50 тысяч рублей. Диджей Андрей, спасибо большое. А сейчас, может, я нажму пропустить и потом повторить вот так? Попробуй так. Астрофемусу очень это поможет. Здорово, можно обратить внимание, у меня в классе учится девочка Лиза с ДЦП, и она участвует в конкурсе. Могли бы вы заспамить ссылочкой в чат? Я, к сожалению, не могу пройти по этой ссылке. Я прошу прощения, я не перехожу по ссылкам. Да, по ссылкам не переходим. Спасибо, ну, надеюсь. Это мне спасибо? Ну, что-то маловато, знаете ли. А ну-ка, давай больше денег. Я ставлю адекватную музыку, и я не даю дурка. Не диджей дурка. Спасибо большое, диджей Андрей. Спасибо огромное. Спасибо большое еще раз. Это очень внушительная сумма, и она действительно и спасибо... поможет пополнить копилку сбора на операцию Астры. И от меня отдельное спасибо, что на стриме Стрея вы разбавляете гачу, потому что мне работать под гачу тоже иногда неудобно. Спасибо большое. Спасибо огромное. Он, видимо, навсегда, да, останется на экране? Ну, за 50 можно и подумать. Посидеть на экране. Спасибо большое. А по поводу следующего доната от внимания, я просто не могу перейти по ссылке. Я понял, да. Ковид. Какие мысли про ковид? Что я должен сказать? Ну, оно существует. Блин, я вам Ладно. Короче, есть тип людей, которые не верят в ковид. Ковид-диссиденты. По какой-то причине. Они думают, что это какой-то массовый заговор, чипирование. Я, короче, ехал с таксистом. Ну, я только на такси езжу. Вот. И... Ну, такси нормальное. Да. Такси нормальное. Опрятный взрослый мужчина за водитель, то есть хорошо выглядит. На майбахах ездит, если что. И, короче, ну, он в маске, ну, приспущенной. Я говорю, вы не против, если я маску сниму? Он говорит, да, конечно, не против. Типа, все равно ковида, типа, ну, не существует. И тут, я не знаю, почему, мне было любопытно, а почему вы так решили, я спросил. И он говорит, ну я бы... Ну, ты Наргот, спасибо большое за хост. Короче, спасибо большое. Ты Наргот, готовь задницу. Он говорит, что... Да, ну, я не хотел бы вдаваться в подробности. Там рейтинг поставьте. Говорю, со мной можете спокойно любые темы говорить. Не переживайте, то есть 5 звезд поставлю. Хорошо. И тут он говорит, смотрите, 3 факта. Я уже все понял. Когда он сказал факты, я понял, что меня ждет сейчас... Короче, он говорит, вот смотрите, почему там сначала осенью есть там, а летом нету. Потом у меня там что-то это. Потом, смотрите, всем будут делать вакцины, а это чипирование. А биометрия у всех уже взята, понимаете? А потом вы не сможете ничего платить, вы будете в рабстве, все говорит. Все, и вы не сможете никакие деньги. И все, и до свидания. Говорит, план, короче, вот такой вот был. Я думаю, господи, что у человека в голове? Почему он так думает? Вот нормально выглядит человек, он думает, что вот какой-то контроль тотальный хотят сделать этим коронавирусом. Но это не так, к сожалению, это действительно есть. И ни в коем случае не трогайте лицо. Говорят, перчатки нужно, но я немножко там актуальные исследования почитал. На самом деле это больше минус. Тут я, наверное, с ними соглашусь. Перчатки вам дают ложное чувство защищенности, и вы можете бессознательно типа потрогать. Перчаткой, да? Да. А когда вы без перчаток, у вас каждый раз в голове, скорее всего, будет надо продезинфицировать перед тем, как что-то сделать. Чешется нос, не трогай, пока не антисептиком не обработаешь как следует. Короче, не трогайте лицо, чаще антисептиком пользуйтесь. Маски, ну не маски, лицо респираторы. Лицо зачесалось сразу. Респираторы с хорошей защитой, там FFP3, вот это все. Слизистую глазки тоже очки не носите. Ну и желательно, ну это если вам приходится контактировать с людьми, держите дистанцию, короче, серьезная тема. Тем более уже даже на Твиче, я думаю, вы все видели случаи, когда и стримеры болеют коронавирусом. Вон Фил, как тоже в какой ситуации тоже лечится.
Вадя тоже переболел. Вадя переболел, да. Много кто Матки, уже успел переболеть. По-моему, тоже. Так что это не просто так. Это все не шутки. И родные, и знакомые тоже уже многие через это прошли, ребята. И тут главное, если у вас есть какое-то подозрение, обязательно сдайте тест, обязательно сделайте КТ, не затягивайте, не откладывайте в долгий ящик. Если есть возможность, несколько тестов. Если финансово чтобы есть возможность. Чтобы на верочку. Да, потому что бывает... Даже, кстати, если даже вам положительный ковид-тест сделали, сделайте еще раз, попробуйте. Ложно-положительные, ложно-отрицательные тесты ковида, это часто происходит, так что имейте в виду. А так тут вообще не до шуток. В Европе сейчас возвращается карантин. Вот в Германии, во Франции. Мне из Германии подруга написала, что у них все закрывается снова. Там остаются только школы. Сейчас я скажу, что она мне написала. Так, пока будут работать только школы, парикмахерские и магазины с ограничением 1 человек на 10 квадратных метров. Вот, это на ближайший месяц, с 1 ноября до 1 декабря пока что. А дальше уже будут смотреть. Не знаю, будут ли у нас что-то делать. Скорее всего, нет. Ну, короче, главное за собой следить. Если у вас, ну, финансовая есть, вы можете себя обезопасить, делать. Покупайте нормальные респираторы и старайтесь даже, короче, меньше с людьми контактировать. В Чехии, вон, ничего, кроме продуктовых, не работает. Аптека живет в Чехии. Ну, видите, там... Я, конечно, за Чехию не могу ручаться, но я сегодня у Александра Стрима уже говорила, что там в той же Германии, в зависимости от земли, государство оказывает поддержку тем же предпринимателям, выделяет им какие-то средства, чтобы покрыть их убытки. А здесь, к сожалению, таких штук не происходит. Что там было? Только налоговые каникулы? Это мне спасибо? Ну что-то маловато, знаете ли. А ну-ка, давай больше денег! Ваня, заходи сегодня с Эм к Стрею. Думаю, будет весело. И тут почему-то не донатится. Проблема, конечно, что 75 кандидатов. Спасибо огромное, диджей Андрей. Большое. Сегодня я не смогу, сегодня буду занят, но я этот, что там, буду, периодически. Я же, видишь, в Питере не до стримов некогда, а так, когда я дома, только ко мне. Буду этот. Ты в чате, блин, как ты подписан, так же ты в чате сидишь вообще? Переболел ковидом, ощущения не из приятных, плюс живу в доме, где еще есть болеющие. Друзья, здоровья вам. Спасибо огромное. Спасибо еще раз большое. Диджей Андрей, блин, диджей Андрей один уже вывез так жестко. На самом деле, Фарук очень хорошо помог. Я думаю, если Фарук, допустим, не знает, чем он сейчас занят, отдыхает, может или что, ему будет очень приятно, что такие суммы есть. Да, это очень здорово. Спасибо огромное, ребят. Спасибо большое. Это просто замечательно. Вот так вот вместе, я хоп, и уже поможем. Вот Виэндер пишет. Переболел, еще не с приятных, живу в доме, где есть еще есть болеющие. Здоровья вам. Вот, а у Шавермы-то так получилось, что у него сначала не было ковида. Я карантин в Германии узнал, только положили в ТВ-канале. Я писал Динику об этом. Нет, а он только от меня узнал. Хотел ему написать, но не стал. Хотел про ложно-отрицательные тесты ему написать. А. Они в последнее время почему-то чаще гораздо стали. Ну, то есть, это нормальная практика, это прям не ошибка там врачей. Я думаю, что у него на фоне ковида все это было. То есть изначально он не подцепил там, ну, мое мнение, конечно, могу ошибаться. Так думаешь, да? Да, скорее всего, у него был ложно отрицательный. Mm-hmm. Вот я так думаю. То есть нужно несколько было делать просто изначально. Mm-hmm. Блин, я очень надеюсь, что у него все хорошо. Mm-hmm. Спасибо, Кани, спасибо. То есть ты... Денег новости не смотрел. У меня первый вот именно сразу, когда он говорил про поражение легких, но это прям вот первый звонок к ковиду, несмотря на то, что отрицательный тест. Ну, потому что каких еще случаев вот сейчас актуально. Тем более Фил, я думаю, кушает хорошо. Он, ну, футбол там что-то играет. Ну, плюс у него физическая какая-то сила есть. Ну, он, видно, что здоровье какое-то у него есть. Ну, крепкий человек. И тут, типа, вот такие симптомы. Ну, для меня это было сразу прям максимальный звонок на ковид. У меня в подъезде 3 квартиры болеет. Спасибо, Кани. Здоровья, ребята, всем болеющим. И, пожалуйста, когда вы болеете, обезопасьте окружающих. Не контактируйте с ними. Блин. Потому что многие болеют и еще забивают. Гуляют туда-сюда. В порядке, Ваня? Нет, ну это жестко.
Я просто призадумался, не потому что вытирал что-то, а в целом, что это не шутки. Ну, блин. В один момент просто вы можете потерять близких. Это правда. Ну, и сами. Это все не шутки, ребят. У нас пофиг на защиту в транспорте. Просто на улице я буквально почти единственная, кто носит маску. На парах сидим набитые, как рыба в бочке. Сама болею с температурой. Боялась, что ковид, но все ок. Это так и есть. А еще находятся те, кто отказываются при... Что такое там? При возможности дистанционной работы отказываются дистанционно работать и ходят, там, и зараженные приходят, заражают. Все это по цепочке дальше продолжается. Кстати, Нардюк оказалась барышней. Спасибо большое, Нардюк. Ребят, там кто-то, кажется, ворует. Не, что-то как-то плохо ворует. Ну, это точно не мой фиат. В другую тему. Да. Знаешь, почему? У тебя не сигнализация. Да. Зачем мне сигнализация? Кто будет красть фиат? Я не разбираюсь в машине. В смысле, он классный, но в него кто будет красть? Желтый фиат, и что, его сразу найдут? Если только не спрячут. Блин, я бы сейчас, я смотрел как-то выпуск про кражи автомобилей, чувак рассказывал, я не знаю, мы можем это обсуждать вообще или нет. А что такое? Спасибо, Крестол. Ну, короче, чувак, который был экспертом и есть эксперт в этих делах, он рассказывал, какие самые машины чаще всего крадут. Я не помню, какие, потому что я не разбираюсь, просто на фоне смотрел. Не знаю, это зачем мне. Ну, какие-нибудь BMW, наверное. Короче, там суть в том, насколько тачку легче красть. Про пофиг, если в муниципальных автобусах еще не пускают без масок, то в маршрутках в Подмосковье реально всем пофиг. Спасибо большое. И Вишнюля, спасибо. Кстати, там хайповоз поехал, ребята. Желающие, можете сабнуться, ресабнуться, подарить сапку или отправить бицули, чтобы получить потом хайповозные смайлики. Спасибо большое, ребят. Вань, продолжай. Зависит, короче, от того, насколько просто продать краденое что-то из машины, и нужно ли оно. Да, насколько спрос существенный. И как просто, ну, проще ли взломать тачку. И там есть какие-то вот марки, говорит, которые лучше эти машины не покупать, потому что у вас могут ее типа увезти. Там же еще иногда на заказ воруют. Да. Я вот пытался там украсть на заказ. В Даркнете один фиат скидывал. Ну, не суть. Не суть. Да. Кто бы угнал инсайдера? Люс. Да, все. Вот у вас тема то ковид, то кража, что-то грустно. Так, давай как-нибудь действительно, а что мы их? Они пришли, тыры-пыры, попи-дыры, траливали. Блин, я бы вам на стриме веселую тему показал, но авторские права. Блин, к сожалению. Очень просит Witcher 4 посмотреть. Ну давай, я не знаю, давай. Сейчас я найду. Witcher 4 это нарезка? Да. Какой автоинсайдер? У меня нет машины, у меня нет прав, я не умею водить. Я езжу на такси только. Я... Нет времени, желания. Я не автолюбитель. Вот это видимо. Что, мы готовы к анализу нарезки? Вечер. А, я думал, это нарезка. Вечер это... Ну, кстати, чувак нормально монтирует. А это не нарезка идет? Не-не, это... Ты не смотрела до этого? Ну, я... Мне кажется, я первую. Что-то первую, да, смотрел. Ну... Там чувак нормально вставляет. Прикольно. Если вставляет, то... Сейчас. Если нормально вставляет, то, конечно, прикольно. Ой, давно мне нормально не вставляли. Ванечка, ну ничего. Сегодня у нас покерок. А как сделать тест? У нас в Иркутске стоимость КТ. К плюс в очередь тебя ставят на конец ноября. Я сейчас переболела не понять чем. Чувствую себя нормально. Ваня, с жителями городах миллионниках хорошо. Ой, наличит же, трамвай, где одновременно. Лаук. Как же одновременно. Сделал тест, стоимость 4-5к. Это платный в очередь на конец ноября? Нифига себе. Вот так вот. Не знаю, ну я лично думаю, что я переболел. Не шатай ты ногами! Ну, пожалуйста. Ты думаешь, что ты переболел? Ты орёшь. А ты не делал тест? Не было тогда. Я делал тест на антитела, но мне показали, что нет. Вот, ну не знаю, насколько в Печоре хороший тест. Не то, что в Печоре. Про Печору плохо. Тест печорский. Да. Антител нет. Нет, вы не больны. Антител нет. Знаете, да, что вот так вот тыльной стороной ладони вы проверяете температуру? В армии служил? Да, да. У меня в армии, кстати, у меня очень много боевых дежурств.
Так. Это я сейчас хвастаюсь, никому ничего не понятно. Но а что значит боевые дежурства? Боевые дежурства — это ты когда в течение 24 часов ну, на какой-то профессии несешь боевое дежурство. То есть ты готов, скажем так. Вот. Я был дежурным по связи, это очень важно. Связи с общественностью? Нет, дежурный по связи. У меня были в подчинении разные... Телеграфист был, это который секретные всякие телеграммы принимает, сжигает. Нет, это радист. Есть такое тоже подчинение. А, я верю. Или не помню. Телеграфист — это там... Телеграмм. Это очень высокотехнологичные такие, да? Да, штуки, бумажки. На них что-то написано, есть такие бумажки. Вот, там бывает секретка, которую даже сжигают. Как-то я читал, я не понял, что же там такого секретного. Видимо, поэтому секретно, потому что я ничего не понял. Логично. И вот я рядовой, прикинь, вот я рядовой. А нет, неправильно, простите. Гвардии рядовой. У нас гвардейский полк. Гвардии рядовой. И у меня в подчинении был майор. То есть я реально ему мог сказать, там, вот это надо сделать, это надо сделать. Естественно, я этого не сказал, потому что, когда боевое дежурство закончится, 24 часа, он мне начнет говорить, что делать. Поэтому как бы... Вот. Но в теории он у меня подчинил. Ты выключил? Скажи, как будешь готов. Блин, простите. Простите, ребят! Армейские истории, простите. Пошли! Простите, что-то триггернулся. Забаньте тех, кто спросил, правда? Сейчас сегодня будет заливать. Это еще я вам не рассказал, в каких позах я умел спать. Где. Стоя. Нет, стоя нет. Ну, погнали! Да, давай. Да, логика чата. Посмотри Twitcher 4, начинаем смотреть. Чат начинает. Там сюжет нужно смотреть с первой серии. Да, забей, давай. Так, все, мы готовы, да? Я сомневаюсь, что там прям какой-то суперсюжет. Но если там еще и сюжет, то я очень много времени на это потратил. А мне кажется, он серийный убийца. Вечер — это типа как вечер? Ты что, охуел, что ли? Да подожди ты, блядь. Я беременна. Да, по-моему, я беременна. Ебать, я бы их там схавал. Парирам. Абракадабра. Да, вам нормально слышно? Что это такое? Землетрясение ебашит, блядь. Я, блядь, джентльмен, нахуй. Славочка. Что, походу, ГГ. Сука, сиди нахуй, как не двигайся, блядь. Лорду зло, блядь, жирный хуй старый. Это плевок в лицо. Я умер. Уебать, пусть уебать. Сейчас со всем уебались, блядь. Меньше знаешь, крепче спишь. Все, давай спать. Вот так, потом легко, вот так. Тяжелая работа, я в рот ебал. Выживай, смотри, сильнейший нам. Власть здесь я. Это перемах. Ну, не знаю, но мне кажется, что долго это было. Ну да, подбирать там кусочек какой-то ситуации. Ну, может, да. Чуть-чуть погромче сделаешь? Погромче. Фильмаке музло классно. Видос чуть потише вам, чат? А, себя, давайте я себя прибавлю. Прибавила. Ебать, я красивый. Права не забанен? Да. Чем займемся, Илюш? Может, под столик? Ну, надеюсь, что нет. Слушай, правда. Они так хорошо спели. А люди смотрят на Твиче? Ну, наверняка все уже посмотрели на Твиче. Твичера. Наверное. Да нет. Подожди. Так, чат, я не понял, она сейчас шутку продолжает или она не поняла? Кто из нас не понял? Я имею в виду за видеоряд. А за видеоряд это что? Типа Твичер пожалуется? Из Ведьмака. Хотя если на Ютубе не забанили. А-а-а, кстати. Очуны, мы очуны с тобой. Ну, всех все норм, да. Ну, короче, очуны. Вы в одной лодке плывите. Если потонете, то все вместе. Поехали. Поймешь, насколько это больно. Ваня, там бан на 1.61. Запомни, пожалуйста, этот тайминг. Когда будет 1.61, нужно будет скипнуть. Ваня, ты запомнил? Я правильно понимаю, что это 1.61. Единственный момент, где мы, и мы это просто скипнем. Нет, Ваня, 1.61 быть не может. Потому что в минуте 60 секунд. А, все понял. Да. Санчес Плас, 20 месяцев с нами. Я чуть не сказала 20 секунд с нами. Спасибо большое, Санчес. Спасибо, чет. Не, ну мне просто проще, я сразу понял, что 2.11. Что 2.11? 2.11.
Ну, 2 минуты 11 секунд. В смысле, 2 минуты 1 секунда. 11. Я пытался, ладно. Ну, почти получилось. Почти получилось, чат. Почти получилось. Она поняла. Может, просто посмотрим? Ремонт прям вот максимально хуёвый. Как думаешь, посмотрим, может, просто? Не знаю, мне кажется, нужно обсудить, посмотрим ли мы просто. Итак, или... Смотрите, какое дело. О, а может, зафоловитесь на инсайдер? Ты как раз почти никогда не стримишь, самое то. Да, да, фоловьтесь, если вы хотите смотреть ничего, в общем-то, если вам нравится... Отличный канал для того, чтобы зафоловиться и смотреть ничего. Если вы хотите смотреть ничего, то это да. Лучше если вы хотите смотреть ничего, то восклицательный знак кто? Yes, yes. Да, кстати, у Ильи голова большая. Поехали. Правда, большая, да. Homie, what's up, dude? Maybe you have a dude. Из большой головки. Что, бандос был? Короче, я познакомился сегодня с девчонками и не... Have a dude. Здорово. Браво, бандос. Максимально хуёвый. Homie, what's up, dude? Maybe you have a dude. Здорово. Долбоёб, блядь. Короче, я сегодня с девчонками, и они уже в клубе. Мне надо пустить. Как-то, блядь, это все закончить. Всем встать! Идет ее величество! Я засыпаю этого член, кто ждал меня сегодня. Готовы? Закрываю дверь квартиры, отключаю всем мобильные. Заткни это, блядь, ебло! Когда будешь замуж выходить, что-то как-то хозяин. Мне что-то грустно. Ты, блядь, слышишь, нахуй? Привет, я подсяду, блядь. Ты можешь прямо здесь сесть, рядом. Лорд из Нильфгарда. Здравия желаю. Сержант Зарк. Боевой ноль. Взял и вышел. Извиняйтесь, или быдло, как бы. Я быдло ебаное, да нахуй. Пиздец, блядь. Да что за... По башке, нахуй. Золотый нет в лице злого. Который будет освещать мой серый путь. Я хочу с тобой встречаться. Давай официально сделаем это. Ты меня отсосёшь. Он не должен участвовать в бравосочетании. Это подстава. С носом. Да ладно! Блядь! Захватывающий бак! Хорош! Сильнее ему противники. Пизда вам. Ты нормально по-другому сделал. Пошёл нахуй! Разжигай! Это камень был! С кружкой! Сука, блядь! Ты на сатурка, блядь! Жду, короче. Моя королева! На нам! Стоп! Руку на поцелуй срочно. Целуй. Аж, блядь, на слезы пробивает, типа, это непередаваемые эмоции, это пиздец, как круто. Сентиментальный. Он. Я тебя очень сильно люблю. Знаешь, я тебя очень сильно отъебать хочу. Это может разъебать нам. Блядь, сейчас сдохнем! Слушай, да это хуйня какая-то, только дойду, блин. Блин, очень прикольно, слушай. Ну это долбоебизм, ребят. Чё такие злые-то все, блядь? Я пошел по голубцы. Это, видимо, просто судьба. Я хуй знает, как это еще назвать. Идите эту ручку. Вот колечко будет годика через полтора. Марк кто? Марк красотка, блядь. King of the fucking life. Ура! Вот тут так органично. Ой. Чё а это было, да? Плюс мама. Если вы там ебало условно, ну хуево кукуево, нахуй она мне такая нужна. Я хочу чудесную дочку. А может, блин, ты нам что-то дашь, блядь? 500 рублей. Смотрите, бандос как будто там и должен быть, он как влитой. Что это вообще? Это точно он, а не актер? Да он. Охренеть, как будто он там снимался. Да, я хорошо сделал. Да? Чё-то. Это не тебе, это я чату. Может, это тоже справа-слева стримеры? Да, наверное. Она будет в приятном восторге. Бандос снимался. Езжай в МСК. Я лично могу вам помочь, можете вообще не переживать эту тему. Девочками надо делиться.
Много лет спустя. Я предлагаю, берем сейчас и хуярим по одному городу. Нет. Люди гибнут. Как говорит наш военный лидер, а мне вообще похуй. Ставлю нашей задачей на сегодня сжечь этот пункт. Окей, ладно. С ручкой на поясе такой. А, ну в хорошем качестве, видимо, ничего больше не нашлось. Блин, попросил бы меня, я бы скинул те фотки, которые ты мне кидал. Там члены в основном еще вставили. Ну, это правда. Член бы вставил. Не, ну ладно. Как раз член вставил. Логично. Нашей задачей на сегодня защитить именно этот пункт. Понимаешь, у нас есть беспроигрышное оружие, блядь. Если это мы мировое господство, будем определяться, да? Мы никуда, блядь, не пойдем. Нет, это не мировое господство, Ваня. Не, ну, ну какой-нибудь, может, ОМОНг, я же не, ну, особо не ОМОН. Понял. ОМОНг. ОМОНг. Ты даже не понял, что произошло. А, я же не видел ВС. Потому что он на правом мониторе. А я понял. Да. Так. Таня такая. Ой, Тендерли. Дойдем и не дойдем. Такая речь уверенная. Нам похуй, что он занят, он должен быть занят нами. Все готовы? Понятно. Понятно. Не нравится мне это все. Говорят, что вот этот кинжал ебучий, он сейчас не такой сильный, он пустышка сейчас, нет? Доставка прибыла, бля. Что за хамство, бля? Где ням, бля, не нравится мне это, нахуй. У тебя мозг, блядь, работает в процессе, блядь, сохранности своей жизни. Мы свое возьмем, пусть пока полежит, бля. Нет смысла кого-то обвинять, но прическа у тебя, как обычно, нормальная. Спасибо тебе огромное, бля. Такие смешные лица еще выбирает подходящие. Особенно у тебя. Не, ну у Вани, конечно, получше получилось. Окей, мы просто играем в жизнь, часто не понимая роль. Ты сюда иди, блядь! Нахуй я отсюда съебываюсь, блядь. Побежали. Давайте по фасту. Озвучиваю. Долбь срал. Он, блядь, спит, блядь. Коху я должен бегать, блядь. Здорово. Здорово. Я только не меня, блядь. Че стоим, кого ждем, блядь? Ебать лезут эти, слышишь, уёбки ебаные, блядь. Да ты ебись нахуй! Давай, давай, блядь, попробуй, я с тобой попробуй. На! А что это за твари на них напали? Болотные какие-то там? Да эти, комментарии. Да что меня-то нахуй? Обитают. Вань, тебя ж после этого там опять забанят. Не, за это. За то, что я не жаловал реп-поп-попсу. Накер называется накер. Накер. А они... Ты, а ты чё буквы экономишь? Вузик, вот чё ты экономишь буквы, Вузик? Это твое первое сообщение на канале. И тебе было жалко на него букв? А они... Он, может, максимально хитро думал, чтобы не заметили, короче. А кто-нибудь ему ответил в чате. Это было первое сообщение, и он попался, короче. Попался ты, Вузик, попался. Вот ты встр теперь. Да, ты встр, полный встр. Встр. Плюс к чат. Плюс к чат. Встр. Встр. Как ды. Я уже перестал понимать, ребята, что один имеет... А, это не Вузик, это Шизик, точно. У него сообщение... Ой, имя читается, видимо, не Вузик, а Шизик. Он пока не заслужил права... Мы правильно быть прочитанным? Точно, да. Вузик. С одним сообщением, без орфографии. Вот два сообщения, тогда мы разберемся. Офстрипц.
Смешно, кстати, тренд был. А ЕБТС это что значит? Ваня, ЕБТС значит... Ебитесь! Очень сложно, я не справился. Что, погнали нахуй? Ладно, погнали, короче. Да, варит, когда идет, победит, кредит, кредит. Да? Понятно тогда, а что ты там почему говорил? Этот персонаж? Понятно, я все понял. Я сидела на этой хуйне. Когда у Ивана стрим будет, хочу побольше посмотреть на него. Примерно никогда. Но ты его зафоловь обязательно. Я буду разговаривать с вами на понятном вам языке. На языке боли. Сосать, блядь. Это при каких обстоятельствах Аня такое говорила? Во что-то играла такое прям. Или с чатом общалась. 89-й сквад уже весь предупрежден, весь вооружен. Мне дай задачу, я четко выполню. Но я на тебя надеюсь, как бы, блядь. Работаем, пожалуйста. Подкрепление в пути! На! Я думаю, пора карать. Пора карать. Ну, давай, иди сюда. Я тебя захуярю. На самом деле, я никогда не любил Братишкина. Да нахуй ты прыгаешь, блядь? Блин, вот уж не думал, что... Это всплывёт. Вырежу. Что? Как же я охуенно все делаю, блядь! Нет! Нет! Вот что-то как-то... Тяжко. Вообще полетел далеко. Надо бунтовать. Ты готов? Что такое? Что происходит? Это что, подстава? F, F в чат, F. Это, блин, F. Сучка! А Ваня умер, получается? Ты умер? Сейчас мы пойдем смотреть, что там у нас происходит. Я говорю, перемотками сериал смотрю. Хоба она! Нет, жив. Жив. Тогда анти-Ф. А кто там подошел? Здесь, короче, варик всех сразу грохнут. Это такое. Да твою мать, давай! Я знаю, кстати... Сука! Я знаю, когда это было. Это когда мы с Бестовым Манг играли, и мы сделали килл в Электре, и нам... Мы оба предатели, и нам обоим засчитали этот килл, и у нас у обоих КД началось. А я думала, что это я сделала килл, он думал, что это он сделал килл. А у обоих было КД, и я орала на него, чтобы он убил, а он не убивал. Мы оставили свой шажочек, свой след в истории. На каждом эмонге так орёшь. Ой, знаешь что? Жива. Да-да. У меня такой голос противный, Вань. Я о, Ликс, привет. Ладно. В порядке? Ну там я увидел, что какое-то письмо типа пришло. Вставай, письмо не пришло. Спасибо, надеюсь, что это... Чего? Да не будем мы вместе. Я буду, блядь, дискулянка, блядь. А за сколько будет епц? Ты ответишь? Мне не нравятся такие вопросники. Диджей Андрей, спасибо большое за 10 тысяч. Дина, не очень. А мы с тобой ЕБТС... Да. Да, за это, килограмм рисок отдамся, это Андрей. Вот, да, консайдер вопрос. Это неприхотливый. Килограмм рисок там... А вот. Тебе рот-то не свяжет килограмм рисок? Да у меня рот чем-нибудь другим занят будет. Это правда, да. Спасибо большое, диджей Андрей. Спасибо большое. Ребят, напомню еще раз всем, восклицательный знак Астра. Все деньги, которые вы сегодня отправите в донатах, мы отправим Фаруку Астрофемусу.
на сбор на операцию у него саркома. Там сбор большой на 5 миллионов. Так что спасибо большое за вашу поддержку. Это же, по-моему, не саркома, ну, ну там, длинная там какая-то длинное саркома. Название, но по сути саркома — это рак кости, рак твердых тканей. А. То есть, ну, по сути, вот это оно. Одна из подвидов, я просто так говорю. Ну, я не в теме. Ну да, день в дне, короче. Слушайте, Дину, меня не слушает. Полное название — хондросаркома. А. С кем, извините, из девочек Твича ты хорошо дружишь? Я супер плотно, я в принципе мало с кем общаюсь. Вот как думаешь, я с тобой супер плотно общаюсь? Я бы вспомнил этот, что один правильный ответ только существует на подобный вопрос. Ну, давай ответь. Ну, со всеми хорошо общаешься. Ты не можешь кого-то выделить, все классные. Не, ну... У тебя линзы, что ли? Нет. У меня глаза такие красивые. Да. Один правильный ответ. Ах ты! Ладно, что, давай досмотреть, давай досмотреть. Да. Вань. А? Ну, может, ты плохо общаешься? Да. Особенно, когда голосовые спрашивают. Угу. Не, ну на самом деле, прям дружу-дружу, я, наверное, только с Мишей Алфером, прям, что там, доверяю. Ну нет, тебе тоже доверяю. Не, ну, я понял. Ты не обижайся, пожалуйста. Я не обижаюсь. Вань, ты не... Вопрос мне понравился, что вопрос про девочек, ты наш с Мишей Алсиором, в принципе. Так, ну, я просто в целом... Ну, про... мы с Мишей Алсиором отличные девочки, в принципе, я согласен. Да? Я Вань, понял. Ну, ты только не обижайся. Я не обижаюсь. Блин, чат, мне кажется, он обиделся. Блин. Хоть раз видела, чтобы я на что-то обиделся? Ты, может, просто не показываешь? Я потом плачу. А ты записываешь эти голосовые, но просто не отправляешь. Какие? Как я плачу? Ну, да, да. Нет, я закрытую тему скидываю. Для извращенцев, которые любят мужчины. Я там есть. А, ты под фейком там слушаешь? А, так ты специально меня, чтобы потом послушать там мои голосовые. Я понял. Мать животного, собаки. Что за сука нахуй? Ты кровать? Эй, девочка, какие-то проблемы? Поехали со мной. Почему бы и нет? Я дальнобойщик, с секса месяцами не бывает, недавно еду по объездной и захотелось мне расслабиться. Расслабился, в машину сел, опытная работница, сказала, что проститутка работает 16 лет, а дальнобойщик и залетела, пока она... Здорово, мамы. Я не дам нас в обиду. Пора обедать. Поесть? Надо держаться принципов, а иначе... Блин, реально как будто я смотрю захватывающий сериал. Мамуль, не урчи, я тебя люблю, бом-бом. Ёб твою мать, я дракон, получается. Пожалуйста. Двойную дозу. Не шатай, пожалуйста, ногой. Куда еду, я не понимаю. А, это он в Москве. Набери. Заполним, бля, баклажку с саньём, я ебал свежевыжатым, блядь. Нееет! Мама. Чё за хуйня? За что ты со мной так? Это маленький ведьмак, да? Я ведьма, да? Тебя. Это не нога! Так, секунду. Ты видишь это в чате? Что? Ну, это не нога. Нет, другое. Что? Другое. Вы дураки? Нет, другое. Стояк мешает? Нет, другое. Чёлкин? Нет, другое. Бывшая? Нет, другое. Тяните мать? Нет, другое. Это реально его фото? Нет, другое. Это бустер маленький? Нет, другое. Лицо бустера? Нет, другое. А кто дракон? Нет, другое. Так, ребят, пишите что-нибудь, дожить уже нереально. Да точно не ногой. Что это за хрень? Что, не могли? Что это такое? Тащи ей, ну да. Блин, ребята, ну давайте, у нас с вами же командная работа всегда, вы что? Джаки Ва, что это такое, а? Я что это за пропаганда? Дина душит, интрига, Сан-Франциско, там, пыры-пыры. Получили по заслугам. Ваня, сердечко, Ваня. Он в тебя влюблен, он ревнует. Инсайдер мой, не отдам, понятно? Дина, убери ее со своего стрима. Ваню жалко. Дина душит. Жесть, нет, это какой-то твой поклонник. Нет. Инсайдер душит, в скобках нет. А, да. Хватит останавливать. Я тебя пытался отмазывать. У меня не получилось. Угу. Там все, тут, извини, все доказательства есть списком, так что тут
На этом мои полномочия как вот бы ты все... Токсик! Джеки Ву, а ты какой-то токсичный... Он же тебе вон там подсказывал даже что-то. Токсичный фанат инсайдера. Вертикальную подсказывал тебе. Какой же ты, а? Графика из 2008. Отдай Ване нам капа. Не отдам, все. Не отдам. Спасибо за это. Останется у меня, не уедет в Печору. Все, спасибо, спасибо, Вань. Я пописить. Приспичило сильно, видимо. Дина пытается подколоть инсайдер. Я так не делаю. Я квест выполнил. Я встретила девочку, сиротку. А куда там ушла? Опа, Ариночка, блядь. Ты куда, ёбаный рот? Блин, Фила такое лицо вставили. Я еще на свое там сидел. Смотри, у чувака с тобой 0% совместимости. Слава! У тебя с донатиком 0% совместимости, это понятно? Это правда. Сколько еще будешь держать? Я ждала этого момента просто вот всю жизнь. Пацан сказал, пацан сделал, блядь. Он еще цветокор, походу, делает. Хорошо. Золотая пальмовая ветвь. Я не знаю, сколько... Кто-то в курсе, он рассказывает, сколько он заморачивает. Нет, ну, конечно, если опытный, может, не так долго, я думаю. Он шавур. Шавур. Стригобор. But the story is this, she'll destroy with a sweet kiss, a sweet kiss. But the story is this, she'll destroy with a sweet kiss, a sweet kiss. But the story is this, she'll destroy with a sweet kiss, a sweet kiss. Не, на самом деле лучше этот, без звука, на всякий. А, Гвин, гном-прислуга. Гвинчик! А, да, лучше без звука, правда. Да, потому что мало ли, Netflix скажет нет. Угу. Скажет дадова. Вы чё там, Амазон. Амазон. Ой, мы тут с Гвином как-то на медне очень уютно так вечером вместе посидели, постримили. Хорохорились, да? На медне. Да я всегда так говорю, чего ты придираешься? Ну, всегда хорохоришься. Да, сидели всякие темы обсуждали. Уютно, как будто на кухне. Ну и так, как будто. Как будто, да. Как будто. Как будто. Как будто. Как будто. Это герой новый, как Наруто? Нет, это... Это японский термин, означающий... Есть такое? Да, как будто, да. А ты думала, я просто так это говорю? Ну ты продолжай, я просто... Я сканирую лицо, я сканирую это лицо на будущее, какие-то твои вот эти фейки, вбросы. Ты давай, давай, продолжай. Потом сложнее было читать тебя. В игры хотя бы играете? Это вопрос или утверждение? Привет, Библитумбы, Туру, Туру, Додо, Пицца. Вы дураки. Не, ну правда. Мои уши испортились сериал. Что с полгода уже? Полгода уже у Лолипопа! 6 месяцев. Спасибо, спасибо огромное, Лолипоп. Давай, на, ты сегодня. Да, изображаю. Ну, спасибо все. Большое, Лолипоп. Все, спасибо большое. Сидел? Хорош, 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 хорош. А, да, по поводу Додо Пиццы, вот он на экране. Это наш замечательный партнер, чат. Восклицательный знак Додо, баннер под стримом. И, между прочим, Ваня, знаешь что? Нет. По моему промокоду Дина, блин, ребятушки получают пиццу в подарок. Цыпленок ранч в подарок при заказе от 875 рублей. Подожди, правильно понимаю? Если бы не твой промокод, а им бы хотелось еще пиццы, им бы за эту пиццу пришлось бы заплатить деньги. Да, понимаешь? А так им бесплатно, да, совершенно. Да. Им достаточно просто написать какие-то буквы для, да, этого. Да, Дина, блин, и получать написать бесплатную, да, еду. Охренеть, да? Благодаря которой они, в принципе, могут не умереть или накормить того, кто вот практически умер с голоду, написав всего лишь какие-то буквы. Да, при заказе. Абсолютно никаких усилий Бог не требуется от них. Бог. Вау, вау.
Я-то думаю, почему мне, кстати, так часто по рекламе пишут. Наверное, смотрят твои стримы, когда я... Ваня, тебе никто ведь не пишет, да? Не, ну, на самом деле, часто... Пишут, да? А я говорю, что я пока не беру. Извините. Ко мне направляй. Ну, может... Вкусная пицца была по промокоду. Спасибо большое, Ваня. Это правда, кстати, Ваня скидывал. Вкусная пицца? Да. Пицца фотку скидывал. А, он... Ну, подружился с пиццей, и я ей скидывал фотку. О, смотри, какая. Нет, он наш модератор, он модераторский типа, чат а скидывал. Типа, а ты какая пицца. Есть еще фотки, думаю, пиццы. Ой, ты такой дурачок. Ну да, ты же видела, какой у меня персонаж. Пишут дураки. Дураки. Сериал дураки. Инсайдер, гений, маркетинг. Согласен? Да. Ну, ты вообще гений. Ну, это как-то. Тик-ток. Да и на Ютубе там вобьешь инсайдер, там сразу гений, гений, да, гений. Да. Так, да. Угу. А знаешь, вобьешь Дина, блин, что там сразу? Я не знаю. Лучше не смотри. Нет, я просто, смотрите, только один правильный ответ, ребят, не забывайте. Я не вбиваю Дина в поиске, потому что я уже на все подписан, мне не нужно вбивать в поиск. Я везде весь контент новый смотрю. Ля Дина возбуждена. Это от тебя, что ли, зрители пришли? Инсайдер все-таки как будто нервничает. Нет. Если это кажется, то это не так. Это от тебя они пришли? Человек три сообщения на канале. Я никого не приглашал точно. Как этот мяч? Блин, мне надо... Ты даже сторис не записал, смотри, что у меня. Смотри, очки где уже. Я вот подкорректировал. Вот. В ЦУМе могли бы, кстати, посоветовать получше подкорректировать очки. Это он похвастался, что он в богатых магазинах очки покупает. Как этот мяч, на котором ты сидишь, называется? Быдло, баба там какая-то. Ля Дина возбуждена. Как уголовное дело. Пицца со вкусом инсайдера, то есть кальмар. Что? Не знаю, это шутка про то, что мой хуй рыбой воняет, а не извините. Да, я вот такой разносторонний бываю, конечно, извините. Извините, триггернулся, вырвал. Ну что, ну бывает. Ты так должен делать, когда кто-то сабуется. Это теперь в холостую было сделано, получается. В холостую мне... ладно. Надо прекращать что-то этот. Разогнался. Это после сообщения про это впрыск был азота в моем автомобиле, я разогнался. А вот сейчас Дина насчет впрыска, я ничего не имел в виду. Ты видел мои крутые? Да. Все твои крутые видел. Гостевой шар для Вани. Вот эти видел? Где они компаниями снимаются. Да, да. Но не все, наверное, на тот момент не все были. Изначально я вот этот увидела у Фила Трикикви, и потом мне сделали остальных гифок. Такие-такие. А... О, про предложку ВК! А чего вы мне не напомнили, чат? Ну как так? Два вопроса. За предложка ВК? И второй вопрос, почему так громко кричит? Что это такое? Прикольно. Блин, ну вы, конечно, скрин кинули, ну вот это скрин, конечно, где мобы в телефонах. Зашибись, скрин. Такой интересный стрим, сидим мобы в телефонах. Да, ладно. Это мы, наверное, Инстаграм пошли. Да, да, да. Подожди, я чуть не опубликовала, не прочтя пост. Знаете, что написано в посте в предложке? Уф, сегодня у Диночки будет жаркая ночь. Инсайдер в гостях у Дины. Заходи к нам. И ссылка на мой канал. А я опубликую. Я опубликую. Я опубликую. Вот взяла и опубликовала. Ну ночь-то правда будет жаркая. Я больше не верю. И завлекалочка такая, тем более. Я больше не верю. Это очень жарко. А что ты напрягся? Говорят, в чате, что ты напрягся. Я не знаю, они думают, что я нервничаю, я напрягся. Я не понимаю, по каким признакам вы считываете. Я как-то напрягся. Тебя проанализировала. Ну и что? Ты не напрягся. Давай еще что-нибудь посмотрим. Ты хочешь проанализировать не только твое лицо, но и нарезку? Я так давно не смотрела нарезки.
Ну, я, наверное, дольше. Может, ты последний раз смотрел ее со мной? Кстати, да? Вероятно, что я вообще не смотрю. Нет времени прямо в сериале. Фоловьтесь. Даже не то, что я нет времени стримить, так и стримы нет времени смотреть. Ты говоришь, что я работаю, что-то на фоне. Не до этого, не до этого. Так, давай я хоть буду в курсе, что на печах у вас происходит. Ваня наполняется как можно на градине. Дина, Ваня, чат, всем кусь. Всем, мне послышалось не кусь, а другое. Ку. Просто ку. Нет, мне послышалось. Куй? Да. А, Ёшкин крот! 7 месяцев с нами! Вот на вторую слева. 7 месяцев с нами! Спасибо большое, Ёшкин крот, спасибо большое. Он сработал. Да. Я их раскусил, их шведская семья, сейчас Финаргот сейчас работать не приедет. Можно подумать, Финаргот работает. Работает. А ты считаешь, что стрим это работает? Ваня, ну ты, конечно, выдал! Ну, в случае с Финаргодом, что по 12 часов, по-моему, да, собирал. Я считаю, что... Да это в игрушки играть, какая это работа? Это так, наслаждение. В данном случае, я бы сказал, даже не работа, а какое-то осознанное причинение вреда психике. Я пошутила, стрим — это работа. Там, она пошутила. Кстати, он, правда, чат нажал на ту кнопку, и поэтому у вас был маньячный голос все это время. А, Ваня, ты видишь, тут страшные рожицы нарисованы. Нужно было вот эту... А, то есть, когда я говорю хуй, вот так делать. Да, надо. Да. Ну, давай, почти. Давай. Давай, 3, 2, 1. Хуй. Не получилось, давай еще раз. Давай. 3, 2, 1. Хуй. Давай я. Давай. 3, 2, 1. А что ты молчишь? Я знал, что ты не будешь нажимать. Чат, а нарезку какую? Twitch FM или Twitch VTF? Кто там сейчас? Twitch FM, наверное, все смотрят. Я так давно не смотрела ничего. А там весело будет? Наверное. Да, наверное. Ух! Сейчас повеселимся. Я не вижу. Не знаю. Чат. Слив данных. Реальная история. Скандал. Каршеринг. Чат, нажимайте на follow. 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 На меня и на Ваню. Восклицательный знак кто? Так у тебя светит красный лампа. Блин, Ваня, очень рада тебя видеть. Я тоже обнял, но у меня руки в худи внутри, я не вот. Готов? Итак, анализируем. Чат, готовьте, пожалуйста, ваши... Кентоу. Ваши кекви, хагахи, гигакуры и прочее. Если что, там злой под нами. О, сейчас я нас перенесу. Так ты перенесешь, а потом... Диму ты так не обнимаешь, говорят. Это ну, правда. А, да? Mm-hmm. Кентоу. Будет убивать кентоу? Не, справа лучше. Блин, да что такое? Только подвинуло. Я ебал рот этой игры, блядь. Я ж тебе говорю, придется. Ага. Чем я запутался? Ой-ой-ой. Нихера себе. Что происходит? Сделай погромче. Они могут. А, да? Да. Блядь, лежит. Лежит, сука, на мне, да? Да блять! Чат, вам нормально слышно? О, мне показалось, у Наташи колпачок на голове, смотри. Как будто у нее колпачок на голове. С резиночками? Ну, не, я не поняла, такая маленькая шляпка, как будто. С резиночками. Да. Почему резиночки? Ну, как на чем колпачок держать? Не знаю. Такая балансировать. Маленькая, как ниточка резиночки. Балансировать. Ну, вот смотри, например. Держится ведь, и тебе не нужны резинки. Я ни хера не двигаюсь. А если
Я поверну голову. Бармалей не смешно в чате. Нет, ты неправильно поняла его. Я не могу сказать, как он это сказал. Давай. Ну, типа, что он хотел сказать? Смешно! Нет. И у меня при этом не упало. Да, у него правда не упало. Я сейчас выйду с ГТА. Просто. Что ли, старуха, блядь, давай надевай, блядь. Лежи к инсайдеру, хорошо. Мой микрофон пострадал. Привет, ребята. Здорово, ребята. О, это World of Warcraft, я играю в него. А есть такая еще поговорка прикольная. Лучше быть ордовским мясом, чем альянским. Как? Я не знаю, это вот, поговорки. Вот мамак может в них ходить. Вот так, хуяк и пошел. Ой, ух ты ж, блядь. Это как этот нахуй. Among Us, блядь. Ну совсем не как Among Us, я скажу. В инвентаре у тебя один шир под отражение. Нашему промокоду ссылочка. Блядь, моя нога, сука. Блядь. Блядь. Я пердуль. Блять, да хули они стреляют? Их там двое. Ты, блядь, если ты еще раз так носкопом бьешь, то я не знаю, блядь. Чел, я попал! Чел, я попал! Что? Не прицеливался? СВП от бедра? Вау! Я не разбираюсь. Ну, видимо, круто. Что? Да, круто, вдруг играл. А я видел, да, да. Ваня, перестань. В смысле? Я не могу перестать. Ваня, перестань. Они трещат. Они трещат, да. Они трещат. Сейчас тебе этого ребенка в рот засуну. Боже мой. О, что за звуки. Я разбил, короче, блядь, еду пересыпал. Салат. Разбил, рассыпал. Разлил, или что? Сука! Я свинья. Пизда. Да, сейчас, секунду. Да у меня, короче, пока сидел кушал, и, блин, тарелку с едой просто на пол вывернул. Это просто пиздец с салатом. Это вообще это жесть какая-то. Водка, давай. С моя зависла. Это вообще жесть. Дай. Картины смотри. А, это он в Sign of Silence играет? Это фазмофобия, не? А. Дай письку понюхать. Нет. Пошел нахуй. Это новая какая-то опять игра? In Silence. Слушай, я их путаю. In Silence и Sign of Silence. Блин, помню, как я Арину испугал. Не это фазмофобия, когда играл. Я на табуретке, блядь, с колпаками. Хочешь как-нибудь еще поиграть в фазму? Вот так нет. Вот, нахуй. Чего? Деревенский в город не пускать. Да, блядь, что за хуйня? Тут спаун какой-то, блядь. Охуеть, ты посмотри, что он тут устроил. Охуеть, антивзрывалку, пулемет поставил, блядь. А забыл, что окно нахуй сзади, прикинь. Пиздец вообще. Так он, наверное, рассчитывал дефать. Оно вытекает. Это пицца? Почему моцарелла жидкая? А ну, кстати, можно паузу? Подожди. Обычно у меня проще это идет сейчас. Сразу видно, да, насколько, ну, пицца не очень. Сегодня просто я вот с утра, когда заказывал Додо пицца, вообще космическая, пицца просто космос. Здесь, ну, я понимаю, что это домашняя, да, что от нее можно ждать. Но, когда ты ешь Додо пиццу, вот у меня знакомые говорят, шторки закрываются. Ну, типа, настолько, типа, глаза как шторки, ты, типа, ешь, это просто, блин. Короче, Додо пицца, ребят, это тема. Спасибо большое, Вань. Не знаю, почему меня так прикалывает участвовать в чужих рекламных интеграциях. Может, потому что у меня своих нет? Да не, мне предлагают, что, предлагают?
30% от рекламы инсайдеру. Я ему пиццей заплачу. Да. Я, кстати, вот честно, без шуток, я бы не взял с тебя эти 30%. Я действительно бы предпочел лучше 30% Додо пиццы. Вот настолько она. Не пися, а пиццей. О, это такие... Не то, что ты сейчас представил 30% писи, ладно. Ё-моё. Все еще рыбой пахнет. Нет, не твою, я в целом просто... У меня была просто понятие. Как интересно разделить, ну вот. Чат, какие бы... Напишите, я просто не могу понять. Напишите, какие бы вы 30% выбрали. Вот какой участок для вас 30%? Простите, что-то. А, извините. Извините. Писать можно ли бан? Да я не байтил, в смысле. Нормально, нормально. Так, у нас отрезок с Димочкой Риксом. Так, давай, Дима. У меня полюция не в строго была. У меня была просто полюция. Не в строго? А это не только в подростковом возрасте происходит? Не, у меня деду было 70 лет, он тоже только так херачил. Путь. Ага. Постоянно просыпался в сперме. Ну ладно. Что? Да я шучу. Что за шутки про деда, Дим? Да что? Да я шучу. Ты шутишь, что твой дед просыпался постоянно в сперме? Странно. Ну, забавно звучит. Это реально странно. Противный какой-то голос. Хочу быть таким же дедом. Не знаю даже. Где-то слышал как будто. Вань, а я что, реагирую как ребенок? Вань, ты как ребенок реагировать? Это же просто шутки. Слушай, я не знаю, про какой момент. Может, у человека там трансляция еще в самом начале где-то. Не знаю, сколько у него загружено. Понять не на какой стадии он посмотрел. 38 минут фоловит. Твой-нибудь. Как они бы меня нашли вообще? А, Иви, кстати, его? Иви мог в Дискорде скинуть, а я не держу. Не знаю. Значит, реагировать как ребенок? Не знаю. Как дети обычно реагируют на тебя, Вань? О нет, это опять он, мама, помоги! Или как? Блин, вот сейчас я бы шутку выдал. Не-не-не. Но я уже даже несколько сгенерировал, если честно. Но, увы, ребят. Извините. Да. Тут уже такое. По тонкому льду, сами понимаете. Не провались в эту полынью, Ваня. Они додумают до меня, они все поняли. Они все поняли. Смотрите видео уже. Слушай, могу рассмотреть. Да. Ну, получается, нужно нажимать. Ни в коем случае не паузить. Да. Блин, как Дин, как бабулька, которая постоянно говорит, не матерись. Так я все-таки как ребенок или как бабулька? Я запуталась. То есть до этого что ты... Вообще не до этого. Я не знаю, когда это было. Это было но недавно. Это серия как будто бы анальное отверстие. Да, до этого предыдущее сообщение чувака. Анальное отверстие, каппа. Все, давайте продолжим. Давайте. Покорми. Смотри, какие пиздаты. ТГ хорошо себе меньше, чем чистить. Спасибо, Андрей. Ебать сланцы на охуенные, да, Ксюша? Отдавай. Слушай, ну у них, конечно, там что только не происходило уже, да? Прикольно, не, нормально. Жесть. Сейчас вот у них развлекухи. Мне кажется, им что новое действительно трудно придумывать. Они пробовали все просто. Я не знаю, куда поставить, я поставлю вот так. Давай, нормально. Барбара Стрейзен! Пошел! Да, правильно. Че, так удобно? А давай проверим, кстати. О, давай. Новую функцию. Только поднеси колоночку. Да, да. Давай. Короче, ребят, кто не знал... Блин, не надо, подожди. Google умеет, вот, заходите в голосовой помощник и говорите, что это за песня? Ну, он, конечно, сначала и говорит. Вам нужно сказать, что это за песня? Давай я напою. И начинается... А, ну вот уже. Ну давай, ладно, сейчас заново. Сейчас мы узнаем, как у Дины получится или нет. Что это за песня? Every night in my dreams I see you. А без слов? I feel...
Просто разную шляпу какую-нибудь говори. Сели пальпи лёльпи поля. Чего? Он дошёл? Не показывай, не показывай. Не показывай. А, он да. Дошёл! Он опоздал! Охренеть! Охренеть! Он опоздал, что это Виселин Дион, My Heart Will Go On. Да, вот так вот. Ну, ты справилась, ну, мы справились на 17% соответствия. Угу. Ну, то есть, мы положали где-то. Что это за песня? Не узнал? Чё-то пока нет. А что это за песня? Что-то вы узнали? Это старое что-то? Это не попса? Это Umbrella этой... Кто её поёт? А, я бы тоже не узнал. В чате узнали, реально написали, вы молодцы. Чат, вы работаете лучше, чем эта программа. Ну, давай я попробую. Umbrella. Узнал, он узнал, да? Нет, нет, просто мне кажется, если я очень плохо даже буду стараться это сделать, он меня поймёт. Ну нет, не то, чтобы ты прям совсем не справилась. Что это за песня? Сенби пали пальпулело, ля би пели пальпулело, энду пули пали пель, волетят тут и пали пень, воли бы сами татилеру, обносили... На 32%! А тебя он не понял. Учись. Учись. Да ты... Реально, Амбрелла. Ты как будто пел на французском, но при этом тебе выбили зубы. Вот в том-то и дело, да. А он русский тоже узнает? Не, главное, хоть приблизительно в ноты. Он русские песни узнает? Да. Да? Да, смотри. Подожди. Что это за песня? Сапели пульпиля, пали пельпи люпи пути пути па. Сапели пульпиля. Пали-паль, пипали-паль, пали-паль, поли-поли-паль. На 57% я справился. Эту песню первый раз слышу. Только MC Ритм Сердца, очень крутой, кстати. Так, сейчас я что-нибудь спою. А как это называется? Скажи, чат, как эта штука называется? Голосовой, по-моему. Короче, смотрите, у Гугла, ну, голосовой ассистент, я не знаю, как правильно. Ну, делаешь, нажимаешь микрофончик. И говоришь, что это за песня? Это комбинация. То есть, если вы спросите, что за песня, он вас на Шазам, наверное, перекинет. Нужно сказать, что это за песня. И все, потом вы начинаете напевать, как могете, умеете. Блин, так прикольно, да, я тоже напою. Технологии, я придумала, да? Давай. Что это за песня? Тун-тан-то-дин, та-ду-тан-де, тан-тан-тан-тун-тон-то-дин, та-ду-та-те. Сюда, группа крови! На 61%. На 61%. Это пока лучший результат. Ну, с тобой не трудно было. Ну, там такая подача. Попробуй так. Ради интереса давай. Что это за песня? Блин, у меня связь пропала. Я так старался. Но не удается подключиться к Google, видишь, связь пропала. Подождите. Ну, по-моему, он бы. Что я первый раз, когда узнал, я 2 часа дома в это говно залипал. Я как только не сворачивался, и он все находит. Я хочу еще одну. Давай сейчас. Вы случайно не ходили в караоке на прошлых выходных, а то рядом компания также пела. Тун-тан-до-де, тун-тин-тари, тун-тун-тан-тару, тан-тин-тун-тун-тан-тару, тан-тин-тун-тун-тан-тару.
Тун-тан-торы, тун-тын-та. Вот сюда! Да, король и шут, лесник, сколько? 16% всего. 16% не особо исполнил, конечно. Чат узнал. Странно, что у них в базе есть король и шут. Я думал, у них там. Ну, Антох МС у них есть. По идее же, попса какая-то должна быть, ну что, популярная. Кого-то призвать хотите. А давай что-нибудь такое из Индии. Ну, давай, ладно. Давай. Что это за песня? Соль пальпе, апилимпе, алиполи, сэмпаля-ля-либе, басили-балили, эль-басити, пальпе-льдулись, пальпе-седи, сэмпа... На 69% я был прав. Я эту песню тоже не знаю. Как Нейбурхуд не знаешь? Ну, может, я название просто не знаю, может, слышала. А вы узнали? Чат, вы узнали? Очень крутые они, кстати. Вот эту он стопудово не узнает. Что это за песня? Хочу сингл от Вани. Извините, я не узнаю эту песню. Я класс поставил. Потому что я тоже не узнал. Ну, у них просто нет в репертуаре. Это была Айгел, Ария Судьи. Соглашусь. Он ответил. Этот машина ответила, соглашусь, это прекрасно. Спасибо, Альбестер. А может, Татарина знает? Я готов тебе хоть сколько давать. Будешь еще? Давай. Что это за песня? А могу просто припев? Чего хочешь? А мой парень татарин, в любви авторитарин. Ой, я забыла этот текст. Ну, так в моем стиле можешь продолжать? Блин, я забыла. Сели поле, поле сели. Я переволновалась, выключи. Сели поле, поле сели, работает всегда. А как там начинается? Я забыла. Ну, может, другую. Типичный урок музыки в российской школе. Я найду еще что-нибудь. О, знаешь, да, не знаешь. Что это за песня? В раш вошла. Тан-тан-дун-тун. Не, не похоже. Давай дальше. Не узнал. Я не знаю, что за песня? Она популярная, нет? Тут это было. А, ну ты не включаешь. То АП, АП. Да, да. Что-то меня не узнает. Может, Red Hot Chili Peppers попробуешь? Да я их не знаю. Фронтейшн не знаешь? Я не помню. Мне они никогда особо не нравились. Не знаю. О, я знаю, что! Я знаю! Дай. Что это за песня? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nein, zehn. Hier kommt die Sonne. Hier kommt die Sonne. Тебе надо было начинать без цифр. Давай еще раз. Что это за песня? Hier kommt die Sonne. Hier kommt die Sonne. Тур-дун-тун, ерком дизонне. Извините, не получилось. Герой асфальта, Ария. Ария, герой асфальта? Жёстко, конечно. Ну? Слушай, классная штука. Мне кажется, Рамштайн бы узнал этот, как называется. Другое. Ich will. Du hast. А, ну, какой там мотив будет? Кстати, он знает Du hast Вячеславыч, если прямо так петь, как в этом видео. Du hast Вячеславыч. Я уверен, что он знает.
Ну, я по мотиву разве что Москву могу спеть. Москоу. Если ты же... Не, ладно, я же... Ну, очень прикольная штука, слушай. Она... Да. Она только именно на андроидах? Ну, да, это Google Ассистент, не знаю. Блин. Ну, вот так вот. Короче, у кого андроиды? Блин, это была бы такая крутая интеграция, слушай, Вань. Ну, да. Это не она. Ну, мне тоже за нее заплатили. А, мы, кстати, не досмотрели. Давай, да. Паузу сделаем. Так, просто алгоритм работы этой проги немного другой. В центре. Да, он анализирует спектрально волновой график того, что ты пытаешься напеть, и пытается найти совпадение. А так как разницы между звуками на таблице нет, то и получается так, что петь конкретно слова из песни не нужно. Нужно лишь соблюдать ритм и напевать мотив, стараясь соблюдать тональность. Ой, умный что ли? Или это разработчик? Барбара Стрейзен! Пошел! Вот как мы к этому пришли, я уже да, забыл. Да-да-да-да-да. Ебануться мне на 30-ка! Может, разве нет на фонях пишут что-то? Действительно можно поставить? Видимо, можно. А, ну тогда можно. Да, пишут, что можно. Да, серьезно, он меня перестрелял. Ой. А, понял, ладно. У меня снайпер жесткий. Не шатай, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, девушка, вы куда на каблуках-то бежите, я не понимаю. А? Алло, мадемуазель, давайте я вам помогу, может, чем-нибудь. До встречи. Хороший голос у мадемуазели, да? Что-то бабка не мешает? Бабка хорошо стоит? Я вас понял, мадемуазель, блядь. Теряйтесь нахуй, пожалуйста, тогда в ужасе. Дальше, куда терялись. А бабку побольше просит. Вань, смотри. А я правильно что понимаю, это? Что мы закрыли все самое? Да! Скажи. Там, короче, ребят, такое показывали. Он Димка Ликстрат был. Ага. Да. Так, декольте у нас тут, ага, спортивное типа такое, да? Ага. Так это все нормально, спортивная одежда. Ну да. Спортивная одежда, все нормально. Да. Если бы... это, блядь, такое? Это контент. Скажите мне, пожалуйста. Спортивная одежда. У меня бабульки возле падика сидели... Вот если бы им такое показать, у них бы наверняка нашелся какой-нибудь интересный комментарий. Видите этого малыша? Да я смотрю, у тебя самого нашелся. Видите этого, думаете, ему помогут деньги? Голову откусит! Все? Вань. Смотри, вы красиво смотритесь вместе. Ага. 49 сообщений, смотри. Да. Пыска. Вы там кого-то освободили. Мы вчера эту штуку проходили, мы обоих спасли. Я, это в прямом эфире? Такая вся худенькая, красивенькая. И просто понимаю, что... Нахуя? Реально, даже некому показать. Никто не пожмякает, не потрогает, не скажет, как худая, красивая. Про то, что Арина худенькая, красивенькая, говорит, говорит, некому показать, никто не пожмякает. А, ее типа? Да. Ну, я завтра в Москву планирую. Арин, если надо, я в этом хорош. Да если ж очень надо, я тоже хорошо. Ну, мне кажется, я больше женский жмяк. Вот. Нет, не факт? А, ну ладно. О, как... Бля! Мы опять аккурат встали прямо. Чувствую там у кого-то. Жопу порвали. Ой,
сука. Кого-то там. Ну, вкусное, вкусное. Вот палы. Почему мы всегда так попадаем? Ну, вообще не вкусно, да? Я же не понимаю, почему тебе каждый второй не стоит под моим окном и не предлагает мне кольцо на палец. Типа, готовить умею, умею, убираться умею, умею. Вообще без вопросов. Типа, я не понимаю. У тебя есть на то какие-то либо причины? Ну, вот я о чем? Ноль комментариев. Чат, нормально сидим? Без комментариев. Охуенно. Здорово, ребят. Привет. Здорово. Сколько членов побывало у твоей матери в пизде? Совсем без мозга. Тренование. Иди за пакетом. Сколько? Иди за пакетом. Сколько? А что им делать? Я бы на твоем месте сотрудничал. Салипа. Я не очень понимаю. Чат, кто понял? Ну, что-то нужно на эмоции какую-то, да, выразить? Мы не поняли, чат. Короче, видимо, либо засмеяться, либо... Да, твитчера мы уже посмотрели, чат. Да, уже. Да, уже. Что было-то? Кто понял? Кто был, знал, понял. Кто был, знал, понял. А во сколько мы идем? А я вот сейчас как раз Фенергот наберу. Фенергота! Может, он сегодня опять будет с двумя тузами, с парой тузов проигрывать? Привет, Дим. А во сколько нам к 7 приезжать или что такое? А, ты уж там? Ну, в общем, когда хотим, да? А народ уже собрался? Ага, мы... А? Я на стриме, если что, мы с Ваней на стриме. Собирался, да, я ему пришлю адрес. Да, а надо ли что-то привезти, может, там поесть, выпить? Ага, хорошо. Я посмотрю, может, у меня пачка чипсов такая. Вообще, нормально приехали. Да это Вань просто писячок. Вот, да, до встречи, пока-пока. С гостинцами, да? С гостинцами. Ну, пачка чипсов, может, завалялась где-то. Там я не доела как раз, сейчас привезу тебе. Ты понял, сейчас я легну. Ваня проиграет все, что натрейдил за неделю. Не, хорошо, поиграл. Руслан, спасибо большое за ход, спасибо большое. И... Так, сейчас. Где это было? О! Мы же не на деньги. На удовольствие. Не, на интерес. Ну, на одежку. Ваня в прошлый раз голенький ушел. Твою защиту оправдания скажу, что я и пришел голенький. Так. Это правда? Как не проиграть в игре на раздевание? Просто голый приходишь сразу. Уже победитель. Да. А что вот это он пишет? Вот это вот про стрыкал, стрыкал. Стрыкал или стрыкало? Научиться делать... Сайбил... А, это какой-то карточный... Ну, манипуляция одной рукой какая-то карточная. Я по названиям их не помню. Кто-то одной рукой, короче, делает. Блин, Ваня, ну... Чё, ты провоцируешь меня на шутки про манипуляцию одной рукой, что ли? Не понял. Да забей. А, про дрочку? Ну да, получается, да. А-а-а! Ну да! А будем ли мы покер стримить? Не-не-не, это мы так, чисто в отдыхательном порядке. Да, конечно, там, ну... Разные ребята отдыхать. Какой? То есть, сами понимаете. Запрещен какая-нибудь... Проблема может вылететь, это не вариант. А если, ну, типа, что, ну, мы не придем, у нас, мы при... да, мы придем отдыхать, и такие, так, ребята, не материться, ничего, это, ну. Это всех напрягает, не-не, это не чисто круто. Вечер отдыха, а не встроиться, да. Висок не ударили, это я лицо лечу, у меня шелушение от бипантена. Так вот. Не используй бипантен. Это нормально, Ваня, так и должно быть. Процесс лечения. Да. О, первый офис Дода был открыт в Республике Коми. Откуда ты как раз родом? Прикинь, Ваня. Что первый? Офис Дода. Дода пицца. А, да, я Сыктывкара, чувак. Да. Помаду на виске. Ну, ломали висок, поделал.
Он же, кстати, и идею такую, которая не понравилась, на дронах пиццу доставлять решил и доставлял. Да? Ну, то есть на этажи, там, куда надо. Там сказали, нельзя. Воздушное пространство, что-то да, там. Да, да. Вот чувак интересные инновационные идеи делал. Несмотря на то, что еще у него пицца очень вкусная, так он еще и видишь, какие инновации делал. У него же книга есть. А, только на префлопе не улыньте, харьковский блеф не всегда выходит. Харьковский блеф — это то, что Алоха, видимо, делает. Так, чат, ну что, будем сейчас собираться? Звук пропадает, это видим, когда мы отдаляемся. Будем сейчас собираться, поедем. Следите за сторисами. Я думаю, что-нибудь повыкладываем. У меня в инстаграме Дина, блин, или у инсайдера в инстаграме. Да, повыкладываю что-нибудь. Ин 5. Идер. Да, именно так. Именно так. Все, давайте, чат, кто не зафоловился, нажимайте на эти фоловы, подписывайтесь на соцсеточки, и мы будем вас провожать. Спасибо большое всем, кто сегодня донатил. Все вырученные деньги отправим Астре, Фаруку, Астрофемусу. Отдельная благодарность диджею Андрею очень за низкий поклон. Вклад. Спасибо. Спасибо большое. Вот, вот, вместе мы сила. Давайте. Физиономист, я вижу, что Иван устал. Ладно, не буду говорить, что у меня плохие новости для него. Да? Что у него не очень хороший, он не очень физиономист. Да. Может, он физиогномист? Может быть, кстати. Ну, тоже тогда не стоит. Пара-па-пам, пара-па-па-па-пам. А почему ты эту песню не хотел? А, кстати, ну тут хотя бы ты в ноты попадаешь. Давай. Ну, в смысле, не то, что ты в другие не попадал. Решил меня сегодня нахваливать? Что это за песня? Па-пара-па-пам, пара-па-па-па-пам, па-пара-па-пам, пара-па-па-па-пам, па-пара-па-пам, пара-па-па-па-пам, па-пара-па-пам, пара-па-па-па-пам, па-пара-па-пам, пара-па-па-па-пам, па-пара. Да сколько там можно-то? Нет, скорее всего, не в базе ее нет. Устала. Так что. Это клубная же, по-моему, да, песня? Эй, Иван, ну, поэтому, да, нет. Чисто. Так, залезайте в рейд, чатик, мы вас отправляем к Ане с Марком. На канал Вишенка. Вот, передавайте приветы. И спасибо всем, кто был с нами. Мне там висит вот эта человая музыка на фоне, а я уже... А, ну давай, все, давай. Бесит очень человая музыка на фоне, Вань. Удачной игры, спасибо, да, бесит человая. Мне хочется такого, она человая такая, мя-мя, а я хочу, она мя-мя.